Не смогу смотреть в камеру. Нам сказали, что мы в эфире. Олечка, будем начинать. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие зрители. Мы очень рады вас видеть и вас приветствовать. И сегодня мы решили вас так по-королевски встречать. Сегодня у нас прекрасные девочки. И вы видите, что мы в красивых нарядах. И, конечно же, это работа сегодняшних наших спикеров. Но прежде чем мы начнем нашу встречу, наш очередной вечер в фестивале, мне очень хочется Олечка, сказать... подожди, пока ты скажешь приятные слова. Я хочу спросить, девочки, пожалуйста, ну вот по традиции поставьте нам плюсики в чат, если нас хорошо видно и хорошо слышно. Олечка, пожалуйста. Да, я уже так привыкла, что нас хорошо видно и хорошо слышно, что я постоянно забываю про этот регламент. Но надеюсь, что нас хорошо видно и хорошо слышно. И мне очень хочется обратиться к вам, дорогие зрители. Мы стали получать из самого первого дня огромные письма с благодарностью за наш фестиваль. Это невероятно приятно, и, конечно же, особенно мне приятно за те отклики, которые вы пишете, что мастера предоставляют очень качественную информацию. Да, действительно, мы сотрудничаем с прекрасными мастерами, с прекрасными профессионалами своего дела, которые готовы щедро делиться своими навыками. Поэтому еще раз спасибо вам огромное, нам очень приятно, и, конечно, мы будем в дальнейшем стараться для вас. Вот мне что хотелось сказать нашим зрителям. Ну, начинаем? Да, сегодня мы начинаем. Сегодня у нас два замечательных мастера, которых мы знаем уже много лет. И лично я имею несколько работ этих мастеров и с удовольствием их ношу. Это два платья таких прекрасных. Ну, а сделаны они, конечно же... Оксаны Ткаченко и Наташи Кондрашовой. Девочки, вам слово. Девочки, давайте поздоровайтесь с нашей аудиторией. Добрый вечер. Здравствуйте. Рады всем. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в неизменной нашей любимой шкатулочке. Да, девочки волнуются перед камерой. Но надеюсь, что сейчас мы все расслабимся. Да, у нас аудитория очень доброжелательная, поэтому... Все будет у нас хорошо. Конечно, у нас, конечно, любой выход в эфир, дорогие зрители, это стресс. Даже с нашим опытом, а уж у девчонок такого опыта нет, все равно волнительно, как настраивается камера, как настраивается связь, нет ли там с интернетом какие-то проблем. Поэтому всегда, может быть, мы начинаем немножечко так зажато, но когда уже начинается профессиональная информация, тогда уже намного легче. Девчонки, и вам тоже будет полегче. Да, давайте мы сначала немножко расскажем о Наташе и Оксане, потому что я уверена, что не все, кто сегодня пришел на нашу встречу, знают девочек. Ну, может, видели показы их, какие-то платья. Но мы хотели чуть-чуть поподробнее познакомить вас с нашими гостями. Вот сейчас я открою презентацию. Вот, девочки, пока я открываю, вы можете что-нибудь сказать нашим телезрителям? Ну, давайте я начну. Оксана меня поддержит. Ну, что про нас сказать? Конечно, мы каждый самостоятельный мастер. Работаем мы отдельно. То есть все вещи, которые мы создаем... Ну, практически все. Они созданы, ну, конкретно либо Оксаной, либо мной. Есть у нас еще, как вы знаете, третья пара рук, Юлия Валерьевна. Вот. Но иногда мы объединяемся для проведения каких-то проектов. И поддержи. Да, и что, презентацию мы открыли, пожалуйста, показываем презентацию, да. Девчонки, рассказывайте. Мы поможем, если что. Ну, мы любим тонкий войлок. Да, в общем-то, работаем примерно в одной технике, нам нравится одно и то же, и поэтому так сложилось, что мы вот так и идем рядышком. Да, ну, основное наше было объединение. Как раз, собственно, ну, основной целью нашего объединения с Оксаной было именно
проведение занятий, потому что очень, когда мы стали появляться на выставках всевозможных, то было очень много вопросов по поводу того, не ведем ли мы какие-то занятия. Вот, мы долго сопротивлялись, но все-таки... Вдвоем не так страшно оказалось. Мы решили, да, что будем это делать вдвоем. Мы как-то дополнили друг друга, скажем так, потому что у каждого есть какие-то более сильные черты там в характере и в какие-то предпочтения в поведении. Вот, поэтому, ну, я больше такой разговорчивый товарищ, Оксана больше молчит, лучше показывает. Вот, ну, то есть, собственно, как-то нам это... Как ты сказал, как... голубая гидра? Да, в общем, мы объединились. Вот, а для наших учеников, ну или даже, так сказать, сотоварищей по цеху, потому что к нам, в принципе, приходят, ну, разные люди, в том числе и те, которые давно валяют как, и хотят достичь каких-то там тонкостей уже. Для них удобство такого нашего союза в том, что, ну, все-таки все равно мы разные мастера. И есть возможность поучиться у нас обоих. У нас мы можем больше уделить внимание каждому ученику. Даже если там у нас группа из 10 человек, то никто не остается обделенным. Вот. И как бы потом обратная связь там, через интернет, тоже мы ее распределяем на две пары плеч. Вот. И, ну, как-то... И нам проще и легче, потому что мы все-таки, помимо того, что мы как бы ведем занятия, мы хотим еще и продолжать делать войлок и расти сами, расти тоже в это в разных направлениях. Вот. Ну, то есть мы как бы распределили нагрузку, скажем так. Ну, что, из истории немножко, да, расскажем. Значит, мы познакомились мы в 2012 году, ну, может быть, начало 13-го. Наверное, да. Да, где-то, может, конец зимы. Вот. Это был курс цветоведения у Светы Болю. Вот. Там мы и познакомились. Ну, для меня вообще было откровение, что это вот эта Оксана Ткаченко, которая только что она выставлялась на формуле рукоделия. Это, значит, был 13-й год уже. Да, на формуле рукоделия. Была у тебя какая? Экспозиция. Да, экспозиция «Нить Ариадны». «Нить» уже «Ариадны», другая жизнь лоскутка, ты видела? Не первая? «Нить Ариадны» была на формуле. Да, и другая жизнь. Ну, в общем, все, могу тут, конечно, наврать, но, по крайней мере, только что я это видела на формуле, и вот это, оказывается, та самая Оксана Ткаченко. Ну, в общем, как-то мы прониклись друг к другу, вот. И как бы этот курс нас и со Светой подружил, и, в общем, мы... И с Юлей мы тоже узнали, подхватили ее. Вот, и как-то, ну, нам понравилось общаться и обмениваться какими-то своими результатами, анализировать вместе сделанное, делать выводы. Ну, собственно... Ну, да, такой союз аналитический был, потому что один пробует, со вторым поделился, третий уточнил, то есть со стороны всегда виднее, поэтому как раз вот это тоже была цель союза, чтобы, ну, не делать три разных ошибки. Да, чтобы хотя бы две. Да. Ну, да, даже если ты уже учел опыт одного человека, то, конечно, это тебя сразу двигает на 10 шагов вперед, не на один, как если бы ты сам это. Вот, поэтому вот уже сколько, 4 года, да, мы, собственно, вместе, и нам это очень помогает. Вот, ну, я надеюсь, что и дальше будет продолжаться, да, мы союз. В общем-то, и к коллекциям так готовимся, мы консультируемся, там, ну, там, ну, ищем друг друга, свои, да, какие-то, есть кому высказать. Про коллекции мы расскажем, да, давайте вот пробежимся по презентации, потому что, конечно, хочется посмотреть ваши работы. Ну,
да, тогда, значит, вот мы встретились в 2012 году, потом у нас была первая идея совместную сделать коллекцию, но она была, оказалась нежизнеспособной на тот момент, видимо, и у нас было еще мало опыта, вот, но, тем не менее, мы... Идея такая возникла. Да, идея возникла, и те, так сказать, идеи самой, вернее, даже не идея, а, как сказать, какие-то... технологические приемы, которые мы хотели использовать вот в той самой первой несостоявшейся коллекции, они потом вылились все-таки, вот, чему как бы... Самостоятельно уже, да. Да, на самом деле это был тоже, даже вот этот несостоявшийся результат, он тоже был полезен. Вот. Дальше что у нас, значит, было? Мы попробовали с Оксаной... Был такой у нас опыт работы в мастерских Украсы. Мы попробовали сделать совместную вещь, ну, вместе. Ну да, поскольку там была такая работа коллективная, мы с Наташей встали в пару, и у нас, в общем-то, хорошо получилось. Да, то есть... Примерно одного уровня, одной скорости, и мы как-то так вот на этом и спелись. Да, в общем, этот опыт, он потом вылился как раз в... преподавательский, скажем так. То есть, и это было где-то уже, ну, в общем, в феврале, по-моему, 14-го, да, года мы провели первый наш совместный мастер, ну, такое семинарское занятие в стенах шкатулочки. Конечно, это было сделано с подачи Оли, нашей любимой хозяйки. Да, что, а сами мы бы... В моем войлоке вообще все с подачи Оли. И первый раз она меня вывела в экспозицию, уговорила меня, потому что надо так за шкирку и в это выталкивать. И то, что мы преподавать стали, тоже Оля уговаривала нас долго. Ну, в общем, мы как-то... Олечка, спасибо тебе. Да, благодарности наши. Ну, в общем, мы решили, что вот когда это февраль был, по-моему, 2014 года, мы первое наше занятие в шкатулочке, вот, потом, наверное, каждый месяц мы в течение вот полугода мы проводили такие занятия. Это было, ну, начали мы с платьев, да, с такого сначала довольно простенького, потом сложные какие-то формы. Вот, и в мае, по-моему, мы отсняли первый видео-мастер-класс. Вот, совместно со школой войлок онлайн и с Леной, с Мадивкой, тоже наш большой двигатель. Да, девочки, платье спринтов, кто вопросы задавал в чате, мы вернемся, чем отличается, все подробно потом расскажем, не волнуйтесь. Так, значит, дальше мы сняли вот первый диск, потом у нас... А давай просто про коллекции порассказываем немножко. Ну вот. Да, вот после этого как раз я хотела к коллекциям и перейти, потому что первые наши, ну, у Оксаны побольше, да, опыта вот такого именно, ну, у меня было меньше. Ну, то есть моя первая коллекция была сделана к формуле рукоделия в 2015 году, а Оксана, наверное... пораньше что-то нет, еще. У меня были только экспозиции, это было совсем не страшно, это надо сначала поработать, а потом поставить, отойти в сторону, и больше ничего не надо. Да, вот, Оксана, сейчас на слайде коллекция Оксаны Ткаченко «Вход свободный». Это вот первая такая большая коллекция? Да, это первая коллекция, которая вот, с которой мы уже стали выступать с показами. Это уже выход на подиум, можно сказать. Да, это сентябрь 2015 года. Ну, расскажи... А уже твоя коллекция. Да, а у нас с Юлей мы не решились тогда на коллекцию каждая, чтобы сделала. Вот, у нас была совместная коллекция, и назвали мы ее «Элементарная геометрия». А, поскольку наши, ну, как бы упор был сделан на юбки, сарафаны, и все эти изделия были сделаны на... простых, на шаблонах простых геометрических форм, это круг, квадрат, там шестиугольник, восьмиугольник, вот. И, ну, дополнили мы их либо валеным верхом, как какие-то там свитшоты. Много трикотажа. Да, было. И вязаный трикотаж, который тоже, собственно, нами был сделан. Вот. И она такая получилась очень,
Ну, короче, мы поверили в свои силы, и уже как бы через год мы решили, что у нас будет с Юлей отдельные коллекции. Вот. А сейчас вот платье с войлочных боев. Да, про него надо немножко. После формулы, даже когда мы стали вести занятия вот совместные с Оксаной от питерского творческого союза мастеров по войлоку, поступило нам предложение принять совместное участие вот в выставке «Новая жизнь традиции». Есть у них там такой формат, который называется «Войлочные бои». Там как раз собирали пары мастеров, и мы как пара отлично подошли. Да, было 4 пары из Белоруссии, из Санкт-Петербурга, из Москвы вот были мы, и были еще Ира Садыкова, но она как-то у нас, и она, по-моему, ну, в Петербурге она сейчас живет, ну, это уже не важно. Вот, этот формат был очень интересный, нужна была тема чувства. Люди выбирали, какое чувство мы будем воплощать в войлочный образ. Выбран был восторг. Вот, и мы сделали такую... Морской у нас восторг. Да, у нас был восторг морской. Вот вы сейчас можете как раз видеть на экране это платье на Оксане. Вот, оно очень эффектное. Ну, возможно, оно, ну, как сказали наши зрители тогда на войлочных боях, что восторг у всех разный. И вообще он не то, что у всех разный, он вообще может быть разным. Он может быть тихий, он может быть взрывной и всякий. У нас вот такой тихий, ненавязчивый такой, скажем так, восторг. Вот. Ну, мы с задачей справились, мы совершенно... показали, что мы умеем. Я думаю, что кто присутствовал на войлочных боях, получили, в общем-то, представление о том, как мы работаем и как мы совместно вообще можем это воплотить. Вот. Значит, ну, после первой нашего показа мы замахнулись и на совместную фотосессию. Обратились к Ане Ковылиной, вы, наверное, ее знаете. Вот, она не отказалась, потому что она сама влюблена очень в войлок, и предложила нам модель, в качестве модели девочку, очень приятную Катю Долгову. Она начинающая актриса. Вот, она тоже вписалась, несказанно вписалась в войлок, он ей очень нравится, она в нем живет, не то, что он отдельно, ну, то есть то, чего хочется всегда, вот, ну, теперь мы уже понимаем, что мы хотим, чтобы модель, она себя чувствовала войлок, вот, ну, вот это вот у нас такой родился, не знаю, как сказать, квинтет уже, да, вот. И, собственно, мы до сих пор сотрудничаем периодически, когда у нас есть что снимать, мы с удовольствием сотрудничаем с девочками. Вот. Дальше, значит, что у нас было в нашем творческом пути? Дальше мы отсняли второй видеокурс тоже со школы войлока онлайн и с Леной Самодивкой «Одежда на шаблонных книжках», где говорим о шаблонах и для... Мы тоже расскажем попозже. Давайте дальше по своим векам. Да, это было вот в прошлом году, в августе уже, в 2016 году он вышел, этот диск. Дальше, значит, мы продолжили тему коллекции на формуле рукоделия. Здесь, значит, у нас было три коллекции. Оксана была, значит, у нее была коллекция «Бегущая по волнам». Давай сначала расскажем про эту фотографию. Это на той же формуле была экспозиция? Да, да, то есть у нас были показы и была экспозиция в рамках шерстиваля. Тоже, опять-таки, от Ольги поступило предложение поучаствовать вот в этой экспозиции. Ну да, надо было наполнить стенд. Да, и мы сделали такие три образа. Они, в общем-то, перекликаются. От нас требовалось только... ну, вообще стенд этот придумала Света Оспищева, вот, и нам было только конкретизировано не выйти за рамки природной гаммы, да, и мы
недолго думая совершенно, все не передрались, быстро выбрали серый, бежевый и светлый. Вот. Самый светлый образ – это Оксана, потом в середине – это мой, и серый – это Юль Валерьевна. Вот. Здесь мы как раз вот в полной мере как три пары рук и предстали перед зрителями. Вот. Ну, в общем, опять же, здесь тоже все использовано, и шаблоны книжки, и вот техники, которые мы любим. У Юли там и вязано, и крючком, и что там еще? Да, и спицами, по-моему, тоже, и всякие обтачки, и ленточки, и кружево, и приваленное, и пришитое, и шапочки, и, ну, в общем, сами все видите, вот. Я думаю, что мы достойно, в общем-то, выступили, и этот стенд был, очень привлекал внимание на формуле, очень много было отзывов, вот. Так что я считаю, этот проект был удачным. И коллекции, да, на формуле же мы представили наши коллекции. Ну, Оксана, про, ну, сейчас картинка да, с Майей, я сейчас расскажу. Загадки Майя. Загадки Майя, да. Ну, мы, я не знаю, наверное, многие знают, что мы очень любим пользоваться начесами разных волокон. Начесы сделаны либо на кардере, либо на ручных кардах. Вот, и получается такая войлочная поверхность, такая очень красивая по цвету, очень таких нестандартных цветов. Вот. Но как-то захотелось мне, вот, сделав вот этот серый комплект, который слева, мне захотелось, ну, добавить какую-то изюмину, потому что слишком монотонным смотрелся образ, хотя очень такой, ну, лаконичный, деловой. Вот, ну и я давно смотрела на вот стилизованные картинки индейские, майские, да, и, ну, вот как-то оно все сложилось. Вот здесь аппликация просто вырезана из готового войлока и пристрочена к войлоку. Вот. Ну, а формы, как мы любим, все свободные, и книжки там, шаблоны, и книжки, и простые шаблоны были использованы. Ну, как бы то, что подходило мне по задумкам. Ну, Оксана была коллекция «Бегущая по волнам». Вся ну, такая... Сама расскажет. Ну, в принципе, что тут говорить, такая вся палитра была морская. Опять же, любимые летящие силуэты, войлок тонкий. Ну и все это прекрасно смотрелось и на формуле рукоделия, а когда мы еще с этой коллекцией в Питер поехали, в общем, ну да. Да, даже в Питере был эффект, ну, вернее, нет, и на формуле тоже они у тебя босиком ходили, да? Да, было очень эффектно, когда девочки все вышли, ну, бегущие по волнам, естественно, босиком. Вот. А они мне сказали спасибо, потому что они от этих туфель, от каблуков устали, хоть немножко ноги отдохнули у них. В общем, очень эффектно это было, да. Ну да, плавно перетекаем в Питер, потому что в сентябре это была формула в Москве, а в начале ноября мы поехали на новую жизнь традицию, уже традиционно второй раз. Вот. И опять же девочки из Творческого союза мастеров по войлоку, они нам предложили поучаствовать в проекте «Невеста». Вот. И было там... 16, по-моему, представлено невест или 15. Да, разные вот, мастера, разных да. мастеров из разных стран. Было очень интересно на это все посмотреть. То есть мы показывали свои коллекции, и потом было дефиле невест. Вот эти фотографии, это как раз уже девочки-модели демонстрируют наши платья. Сначала да. они были как в экспозиции, а потом уже вот на дефиле такое было. Вот это платье как раз сзади вас, девочки, висит. Да, вот оно. А хитрая Оксана, которая решила, что платье с экспозиции как раз впишется, с формулы рукоделия как раз впишется, как невеста в это действие, ее платье не пришло, и пришлось Оксане быстренько делать следующую невесту. Ну, зато есть две да невесты. Уж. В общем, я считаю, что расстраиваться совершенно ни к чему.
Вот, ну и что, мы сделали, еще какой у нас был совместный опыт, как три пары рук, вот, мы решили, что мы уже дозрели до большого художника, вот, и, ну, так жизнь свела вот с Леной Мартынюк, прекрасной фотохудожницей, вот, удивительные у нее работы. Ну и вот мы решили, что попробовать, и сделали такую фотосессию, она совершенно необыкновенная, вот если, ну, на ярмарке мастеров есть, у меня в блоге есть пост про это, можете посмотреть, там больше фотографий, вот. Ну и дальше что? Дальше... Вот все уже последняя свеженькая коллекция, недавно вернувшаяся, буквально неделю назад, да, с Питера? Да, 25 марта был показ в Этнографическом музее. Мы немножко перед поездкой успели несколько моделей отснять сами. Да, ну да. Что было готово, на что мы успели, вот да. Девочки, дайте мне немножко рассказать, насколько мы с Олей были на этом показе, мы расскажем про него сами. Отлично, мы рады. Слушаем вас внимательно. Ну да, это вот из моей работы. Одну как раз то, что по центру вы сейчас можете видеть. Да, Наташа, пока я буду выходить сейчас из презентации, в чате был вопрос, очень просят показать тебя, твое, ты одета, у тебя вязаный... Короче, что представляет из собой... Я даже не знаю, меня на табуреточку? Я могу только на табуреточку встать. Ну, посмотрите, чтобы вас было видно в камеру просто. Ну, вот. Это платье, это не туника. Девочки спрашивали, что там ниже. Ниже там вот такая, ну, наволочная юбка с картинкой. Не знаю, видно ее или нет. У Наташи в магазине есть эта работа. Я надеюсь, что... Ну, на самом деле, фотографии и у Наташи на ярмарке мастеров там подробные, красивые есть. Потом, девочки, кому интересно, можете все подробно посмотреть. Отлично было видно. Да. Девочки, спасибо. И сейчас я просто... Ну, мы с Олей... На один день съездили в Санкт-Петербург, и как раз вот на этот большой праздник, пятый, да, Фелдфест был? Да, пятый Фелдфест. В роскошном зале этнографического музея, ну, там декорации для такого показа просто были изумительные. И есть, к сожалению, хотела я, чтобы вы посмотрели и показ Оксаны Ткаченко, и Натальи Кондрашовой, но готов пока видео только Оксаны. Вот сейчас я попрошу как раз запустить вот этот небольшой совсем видеоролик, чтобы вы посмотрели, как эти платья смотрятся в движении. Потому что вот на нас с Олей как раз работы из последней коллекции, это два платья. Да, Оксане тоже. Вы видите сейчас во весь рост на дефиле. Пожалуйста, вот нам видеоролик сейчас запустите. Отлично, я посмотрю. Да, мы тоже не видели.
Ну, или может быть. Ну вот мы посмотрели видео. Спасибо большое организаторам Ирине Зайцевой и Лизе Лабутиной. Ну, вообще за возможность такую, да, такой праздник они нам устроили. Ну и, конечно, что вот показали, да, эта съемка была профессиональная и видеосъемка. Вот я хотела спросить, Оксан, ведь ты первый раз тоже видела сейчас это видео. Как тебе, понравилось? Какие впечатления? Ой, я не видела сейчас это видео. Я видела вас с Олечкой. Ты не посмотрела. Ну, я все-таки хочу еще немножко, поскольку нет видео Наташи Кондрашовой, но я ездила с фотоаппаратом. Я хочу просто несколько кадров вам показать из Наташиной коллекции, потому что коллекция Наташина вот на меня произвела такое очень сильное впечатление. Пока я буду открывать презентацию, Наташа, скажи, я просто забыла, как она называется. «Метаморфозы серебряного века». Насколько там были подобраны образы? Вот, девочки, я надеюсь, что сейчас вы видите эту презентацию. Ну, это была очень стильная коллекция, совсем вот другая, нежели мы видели «Загадки Майя» перед этим, привыкли к Наташе. Ну, все, все было подобрано, вот даже у модели такой маленький бинокль в руке. Вот, такая ретро-ретро. Красивая. Вот эта девушка такая крупная, на самом деле, такая манекенщица, но так она гармонично вписалась в этот наряд. Вот какие-то вы видели уже студийные вот эти фотографии, но вот на девушках это на показе. И брюки. Наташа, я не знаю, Наташа, до этого ты делала брюки или нет, или это первый твой опыт? Потому что столько потом зрителей подходило и говорило, что покорили именно брюки их в этой коллекции. Первый опыт был. Первый опыт, но очень удачный, Наташ. И вот это со вставочками такими, когда девочка крутилась, это было очень красиво, такие клинья разного цвета. И вот это завершающая, да, вот это была последняя твоя выход модели платья такого красивого. Ну, конечно, это все надо смотреть в движении. Вот, Наташ, извини, очень старалась Ира Зайцева сегодня получить твою презентацию, но вот так сложилось, что... Не успел сделать. Ничего страшного, у нас все впереди. Да, но я думаю, что видео будет готово, и мы тоже поделимся им обязательно, и вы увидите, как эти вещи смотрелись на девушку. Да, вот просто в тех платьях, во-первых, на Оксане тоже просили привстать, но я думаю, что вы видели как раз на показе одно из заключительных, девушка, вот то, что в видео было, вот она выступала в этом платье. А надо подниматься. Видим только серединку, чуть-чуть. Вот, вот там красивые-красивые кружева. Конечно, девчонки страшно талантливые, они молодцы. Мало того, что они талантливые невероятно, они еще великие-великие труженицы. Настолько тщательно, настолько аккуратно они все делают. Ну, диву даешься, да? Да, они действительно большие труженицы, обе. И это вызывает только восторг. И, девочки, вот чтобы вам было приятно узнать, что у нас тут в чате очень много знакомых мастеров. И да, Юля, группа поддержки. Группа поддержки у вас там очень большая. Юля Левшина сидит в чате, и Ира Яковлева из Чебоксар сидит в чате, и Таня Пугачева, и Клара Ру. Ну, то есть еще много девочек. Знаете, на самом деле будет просьба в чате, откликнитесь, те, кто был на мастер-классах или покупал мастер-классы, видео, чтобы мы поняли, что вот есть кто уже сталкивался с преподавательским опытом этих девочек. На самом деле уже... очень приятно. Уже писали? Уже писали в чате, да, уже писали в чате, что приобретали платье, и все получилось красиво и достойно, и благодарят вас за этот мастер-класс. Да, ну, вы видели, какой это войлок. Потому что я всегда говорю, да, но на фотографиях очень трудно оценить и качество, и пластику, да, можно сделать великолепную фотографию, а на самом деле войлок будет, ну, не такой, как на фотографии. Бывает наоборот, когда войлок великолепный, и очень тяжело на фотографии действительно отразить вот эту красоту и качество. Вот надеюсь, что видео, Оксан, как раз, которое дефиле, ну, хоть как-то вам позволило, те, у кого нет возможности, пощупать и погладить нас. Да, очень комфортные платья, очень удобные. Они легкие и, ну,
я, например, очень хорошо себя чувствую, хотя это платье не на меня было свалено. Да, оно очень тонкое. Да, вот войлок имеет такое свойство, да, когда надеваешь, ну, на теплое тело, он обретает форму, форму того человека, которому он предназначен. Ну и, конечно, девочки начали свое выступление с того, что они адепты тонкого войлока. Я надеюсь, что в чате, то есть нас смотрят тоже многие зрители, кто стремится, ну, я думаю, что уже многие пробовали, у многих получается, но тоже хотели бы создавать и работать с тонким войлоком. И сегодня мы подготовили очень полезную информацию. На самом деле натолкнула мысль меня попросить девочек рассказать об этом. Еще прошлый шерстиваль у нас было несколько мастеров прекрасных. Елена Найденова, помнишь? Да. Настя Миронова. И все время в чате нас спрашивали, а будет показано, как отпаривать вещи, утюжить? Я думаю, да что ж такое? Думаю, ну а что тут сложного? Раз, два, утюгом прошелся, и вот, пожалуйста, войлок. А казалось, не так-то все просто. Да, девочки? Скажите, пожалуйста, что значит для вас вот эта окончательная обработка утюгом войлока? Вот насколько она важна? Ух, ну начнем с того, что это несколько часов работы, довольно тяжелый. Ну а зачем вы это делаете? Ну, потому что мы любим, чтобы войлок был такой лоснящийся. То есть он становится совсем другим, так я понимаю. Он другой, другой, да. Мы, конечно, теряем всю вот эту вот его фактурку, эти буклички и крупу, за которые вот мы, ну, многие его любят. Но у нас вот немножко другие сложились предпочтения, и нам очень нравится войлок отутюженный, потому что он сразу приобретает вид какой-то волшебной благородной ткани, тяжелого шелка, может быть, или какого-то такого, какой-то налет старины такой появляется, патины, я бы даже сказала. Ну, то есть это обязательный пункт в вашей работе с войлоком? Да, да. Совершенно верно. Непременно. Это завершающая стадия, если вы хотите, ну, валяние, если вы хотите получить тонкий, гладкий войлок. Не фактурный. Да. То есть для фактурного, ну, войлока история другая. Да, ну и вот как это сделать, как отпарить так, как отпарить правильно, особенно сложные платья. После того, как мы отсняли на самом деле это видео, я уже стала обращать внимание на девочек, кто вот по мастер-классам девочек, по мастер-классам Алены делал сложные на шаблонах книжках вещи, и уже видно, где девочки парили и где не парили, как ведет вот эта юбка, да, которая разложена на сложном шаблоне. Я уже отмечаю, тут не использовалась крышечка, тут не вытянуты ребра. Поэтому даже когда вот, ну, человек в этом платье ходит, сразу бросается это в глаза. Когда доведена вещь, вот прям как девчонки любят, ну, до идеала. И когда немножко надо поработать над ней. Я думаю, что вы тоже у учениц своих замечаете это. Да, конечно. Вот, ну и мы решили этот опыт передать всем абсолютно бесплатно. Мало того, что девочки сказали, это хорошая будет шпаргалка для тех, кто покупает эти вещи. Потому что вещи достаточно сложные, и вопрос встает, как за ними ухаживать. Ну ты постирал, но все-таки, да, там войлок, понятно, что и шерсть отталкивает грязь, и все, но все равно стирка-то неизбежна. Дальше как восстановить форму? И вот это видео, которое мы сегодня вам покажем, оно не только для мастеров, но и для тех, кто приобретает такие вещи, чтобы вы знали, как за ними ухаживать, как вернуть вещи, первоначальный блеск и шик. Правильно я понимаю? Да, правильно. Это часов на утюге. Ну что, девочки, давайте похвалить наших зрителей. Мы запускаем видео. Сразу скажу, что видео большое, там почти 40 минут. Еще были вопросы в чате, там пишут, что, девочки, мы вас видим в маленьком окошечке. Девочки, вы нас видите в маленьком окошечке, потому что у нас немножко сегодня другая трансляция. Мы хотим вам видео дать со звуком в хорошем качестве, потому что там много важных деталей, а в том формате, как мы вещаем обратно, то есть обычно это просто невозможно, потому что, ну, я думаю, потерпите нас в маленьких окошечках, да? Просто сейчас видео пойдет во весь экран, и вам будет все видно ясно, четко. Если есть вопросы, пока идет видео, пишите нам, пожалуйста, в чат. Как видео закончится, девочки, в вашем распоряжении, и мы будем отвечать, что вам, да, было непонятно. Ну,
Девочки, запускаем. Запускаем видео. Погнали. Пожалуйста. Добрый день. Мы рады снова приветствовать вас в студии «Шкатулочка». Оксана Ткаченко. Наташа Кондрашова. И сегодня мы расскажем, затронем тему, которая, на наш взгляд, является очень важной. И на нее обычно не хватает времени на очных, на рабочих мастер-классах. Ну, поскольку мы тяготеем к тонкому войлоку, вот как раз завершающая стадия получения тонкого гладкого войлока – это влажно-тепловая обработка, то бишь утюжка. И сегодня мы покажем, как довести до окончательного результата сваленную вещь. Она достаточно сложная. Это юбка, сарафан с юбкой-баллоном. Вот. Это будет, и, в общем-то, это будет интересно не только тем, кто занимается валянием, но и, собственно говоря, заказчикам и нашим покупателям, которые эксплуатируют это изделие и сталкиваются с тем, что... Не сдают химчистку, да, например, а ну, хотят отутюжить вещи сами. С чего начнем? Да? Это полностью сваленное изделие, выполоскали мы его. Оно добавлением чуть-чуть, да, смягчающих средств, там типа Ленора, кондиционера детского, например, чтобы не было активного запаха. Но я всегда добавляю. Ну, это уже как бы по вашему желанию, да, тут возможны варианты. Либо вы это выполаскиваете в Леноре, либо не выполаскиваете, либо в других каких-то средствах. Ну, в общем, изделие полностью свалено, выполоскано. И дальше полежало оно где-то минут 40, час в большом полотенце, то есть чтобы ушла основная вода. И дальше такое влажное изделие мы практически высушиваем под утюгом. Вот, поэтому, собственно, сейчас Оксана и приступит к этому. А я Если мы сейчас на манекене, вот мы достаем вещь после, ну, вот всех этих манипуляций в воде, и желательно, конечно, ну, у всех, кто занимается одеждой, манекены имеются, вот, если вы не клиент, то вот вам будет интересно посмотреть, как мы отсматриваем вещь на манекене, ну, что мы удовлетворены ей, немножко придать форму, а потом на утюг. Да, еще такой момент. Значит, заканчиваем мы валять, ну, это наше, так сказать, предпочтение. Да. Останавливаемся даже не на линейных размерах, да, то есть мы там, допустим, промеряем обхват груди, там талии, ну, то, что нам нужно по задумке, какие-то основные объемы. Вот. И останавливаемся даже не на этих размерах, а чуть уходим в минус, то есть полоскания, это не страшно, не надо останавливаться там, вот, ну, учитывая полоскание, вы можете, ну, там, довалять. 2-3 сантиметра можно уйти в минус, да, и... который мы потом вернем на утюжки и на, ну, уже окончательные прикидки на манекене. Все ровные линии, там, горловины, низа, пройм, если это открытые там плечи, низа рукавов, они все лучше будут точнее, ровнее. Когда они, наоборот, растянуты. Да, когда мы их подтягиваем. Вот, поэтому имейте это в виду, это момент такой очень важный, потому что на утюге мы, ну, размер точно прибавляется у изделия, ну, либо это свобода облегания, так, к которой мы стремимся. Вот, поэтому, значит, вот он полежало изделие в полотенце примерно там минут 40. Вот оно такое, с него не течет, оно уже совершенно... Ну, оно не то, что не течет, оно такое вот... Оно влажное, и при этом очень податливое. Вот, здесь как раз... Тот момент, когда из войлока можно лепить форму, которая вам интересна. Ну вот я сразу его немножечко вот потяну по всем направлениям. Сейчас поправлю на манекене.
сначала. Вот проще потянуть его в ширину, а потом на манекене отдернуть вниз. Я так не стесняюсь, войлок хорошо свален. Вот в этот же момент как раз хорошо, например, если у вас, ну, вы смотрите, если вы хотите, например, юбку, допустим, ну, к примеру, сделать уже и длиннее, то это как раз вот тот самый момент, или там шире и короче. Вот, поэтому тяните в том направлении, в котором вам нужно. Если у вас была задумка в раскладке, там вы специально использовали горизонтальную, например, елочку, в надежде ее потом растянуть, вот как раз сейчас вы это и делаете. Ну, здесь достаточно длинный сарафан, поэтому вот Оксана его сейчас тянет в ширину, чтобы юбка была более объемная, но чуть-чуть покороче, потому что длины там достаточно. Вот еще такой вариант, или мы наготовим его сейчас. То, что мы тянем руками, иногда это просто неудобно. Вот вы вот так вот руками формируете вот эти ребра. Тут такой простой прием. Да, какая-то круглая форма. Любая, может да, быть, любая, там тарелка, крышка, там что мисочка, угодно. Там как какой приноровитесь. Это, в принципе, такой импровизированный девайс, но он очень хорошо работает, особенно на вот этих круглых формах. То есть, по сути, вот Оксана сейчас и выстраивает эту форму, лепит юбку. Потому что тут 4 ребра. Но, видите, они не вычитываются четко за счет того, что мы стараемся утюжкой все эти грани убрать, наоборот, нивелировать. Ну, конечно, и в процессе валяния за этим вы следите, чтобы, ну, опять же, какая задумка. Если вы хотите активные ребра, это одна история. Но у нас другая задача. Мы хотели сглаженную юбку, такую в форме баллона. Вот, но поскольку... Оксана, так... покажи еще раз движение не в... Вот так или наоборот плоскость? Вот с торца? Впереди разбиваю. То есть видно, что на юбке нет никаких, вообще нет никаких ребер, хотя здесь... Но обычно, когда мы делаем юбку на шаблоне книжки, чтобы сгладить ребра, мы делаем их как можно больше. Ну, естественно, без фанатизма. То есть, либо это 4 листа, вот здесь всего 2 листа. И поэтому ребра эти, они, конечно, читаются, когда, несмотря на то, что в процессе валяния мы за ними следили. Вот этот прием с помощью тарелки или какого-то приспособления такого круглого. Вот еще, когда вы работаете с манекеном, ставьте его перед зеркалом и отсматривайте не вот так на глаз, а смотрите, вот работаете, смотрите в зеркало, проверяйте вот симметричность, насколько там оба бока одинаково, не провис. И смотрите все время в зеркало, там сразу вот эти разницы глаз выхватывает. Так, когда вы смотрите, может быть, это и незаметно будет. То есть это тут окончательное отсматривание изделия лучше делать через зеркало. Так, ну все, нас удовлетворяет, снимаем и на утюг. Да, на зеркале можно даже провести линию. Вот если вы уже установили манекен на... какой-то там, на, ну, не знаю, там, табуреточку, столик, что у вас там есть. Нарисовали линию прямо на зеркале, там, губной помадой, например, или маркером смываемым. И уже по этой линии отсматриваете низ изделия. Да, такая как намеченная линия, если не просто... Ну и на манекене, когда у вас висит, вы еще можете, конечно, сравнивать бока, середины, то есть прикладывая к ноге противоположные стороны, то есть там тоже, конечно, видно. То есть начинаете с каких-то таких простых приемов. Да.
И продолжайте. И продолжайте. Так, утюг – это тоже такое дело не быстрое, потому что вам утюгом надо практически высушить изделие. Можно, ну, утюжим мы дважды. Первый раз, вот когда такое влажное, мы утюжим, ну, допустим, с изнаночной стороны. Ну, вот, и, да, выправляя все это. Потом оно чуть влажное, вы одеваете еще раз на манекен, проверяете, даете ему на манекене окончательно высушить. И потом вторая утюжка уже с лица, финишная, когда вот оно уже такое практически сухое и не деформируется. Потому что в чем проблема такая вещь? Она мокрая, если вы утюгом не досушиваете, влажно-тепловая обработка, всегда надо застоять шерстяную ткань, чтобы она остыла и запомнила эту форму. Потому что если сдвинете с доски влажную, она начинает там дальше мяться или наоборот вот уходит в эти складочки, файл, да. Вот, поэтому задача утюгом высушить. И поэтому, ну вот, можно делать это через этап вот манекена. Сначала одну сторону отутюжили, повесили на манекен, и потом финальный уже обутюжка с лица. Ну, мы, наверное, сейчас просто с лица его обутюжим один раз и... Ну, тут может быть и другой вариант. Вы можете сразу и с лица, и с изнанки почти высушить. И вот такой практически сухой опять надеть на манекен. Но в этом случае у вас все-таки, ну, скорее всего, вот не будет сильного прилегания. То есть по-любому вы немножко потянете. И можно вернуть это с помощью, ну, опять же, прибрызнув. Прибрызнув, да. Вот, значит, смысл вообще этого всего, все-таки вот утюжка – это завершающая стадия получения тонкого гладкого войлока, еще раз повторюсь, то есть мы в течение всего процесса валяния стараемся войлок в толщину уплощить, да, и вот на утюге мы это в очередной раз усугубляем, да. И поэтому здесь у нас работает и температура, и давление. Усилие давления, да, и, ну, да, растягивание, которое некоторые, это. Ну, конечно, не надо понимать это буквально растягивание, потому что, ну, уже... Ну, у него есть какие-то параметры, нельзя до бесконечности растянуть. Да, то есть это не то, что мы там тянем с огромным усилием, нет, мы просто придаем форму. Так, утюг, невзирая на то, что вещь влажная, все равно с паром и на максимальной температуре, потому что даже если мы немножко вот, ну, если, конечно, тут, ну, на войлока шелковая сторона, я бы эту процедуру делала с изнанки, но поскольку у нас с двух сторон вискозы, можно работать и с лица сейчас легко. Вот, максимальная температура утюга, и если мы даже немножко вот подпалим вот эти вот ворсинки, то это только на лучше, пользу, да, да. Меньше будет. Поэтому, ну, я, например, как раз нано-войлок первый раз отпариваю с лица. Мне так, ну, не знаю, как раз вот все, что лишнее выползло шерстяное поверх шелка, даже можно немножко подпалить. Да, как раз это... Ну, такой это один из приемов. Сейчас вот это вот все очень подвижно, поэтому все, вот если где-то какие-то немножечко там хочется линию вывести в идеал, то вот это все очень легко. Раз, и утюг ставите, прижимаете, фиксируете это. Я пока, поскольку я говорю, что он еще такой влажный, я не буду никакую грудь выглаживать. Она на манекене при помощи там... брызгалки увлажнителем моментально станет на место. В данном случае грудь меня так особо не волнует, она прекрасно на 48-46 манекен оденется, а юбку-баллон там мы будем пытаться сохранить эту форму. Да, просто после того, как была лаборатория наша по юбкам, по круглым, очень много появилось работ, ну, узнаваемых, но не все справляются именно с получением вот этой формы круглой. А из баллона получается такая чуть расклешенная, но очень невнятная форма. Хочется ее
подчеркнуть, и вот, ну, как раз сегодня мы попытаемся это показать, потому что, ну, мы видим не то, что ошибки, конечно, она, ну, имеет право на существование, и такая форма, но просто интересно из этой, на этом шаблоне получать именно объем, а не уходить в плоскую форму юбки. Вот, поэтому, возможно, для кого-то это будет как раз каким-то откровением. Расскажи пока, как стирается изделие, в принципе. Так, про... уход. Да, в принципе, собственно говоря, это и стадия, ну, так и ухаживать можно за этими вещами. Конечно, кому-то проще сдать в химчистку, вот, а кто-то готов и сам с этим справиться. Поэтому, ну, несколько слов о том, как постирать изделие. Ну, валяльщики, наверное, все, конечно, в курсе, но, по крайней мере, наш опыт. Ну, во-первых, конечно, не надо стирать это часто. Буквально юбка, ну, раз в сезон, это максимум. Можно даже, ну, смотря как носить. В конце сезона не чаще, да. Вот, что мы делаем? Кладем, ну, лучше использовать либо средство для... Вот чуть-чуть я подтягиваю, да, допустим, мне нужно, и утюгом застаиваю, высушиваю. То есть либо вы используете средство для шерсти, либо какой-то, ну, недорогой шампунь. Теплая вода комнатной температуры, разбавили там средство, положили свою вещичку, вывернули ее наизнанку, положили в тазик и оставили на полчасика. В шерсти очень хорошо, войлок очень хорошо отдает тут же грязь. Вот, поэтому никаких особо дополнительных усилий не требуется. Особенно если какая-то это тонкая вещь, то... Да, ни в коем случае не надо там тереть. Тереть, никакого трения, никакими, особенно подмышки. Вот, совершенно это ни к чему. Вот. Оно полежало полчаса, оно у вас уже отдало всю грязь. Дальше вы полоскаете, и на полоскании у вас и оставшееся уходит. Вот, если даже, если вы просто войлок, войлочную вещь вывернули и повесили там на, ну, на пару часов на там лоджию или балкон, запахи все уходят, а уж в воде так и так, ну вот подавно. Где лиф первый круг прошла, мне, наверное, удобнее, наверное, сейчас доску будет развернуться. То есть вы работаете ярусами, отработали один ярус, спускаетесь ниже, потому что вам надо вот это вот клешение, его я подтягиваю и утюгом это фиксирую. То есть я все время немножечко его растягиваю, вот насколько он поддается, настолько и хорошо. Так, значит, у нас полчаса полежало. Дальше выполаскиваем там 2-3 раза. Опять же, можно в линоре в последний этап прополоскать. Вот. И, собственно говоря, да, так. Главное, температура без контрастов. Чтобы... Да, никаких контрастов. Вот комнатная температура, при какой она у вас лежала, при такой и выполаскиваете. Но последнюю воду можно сделать чуть прохладнее. Вот, никакие. Ну, в принципе, можно отжимать, ну, многие очень советуют там комком отжимать, но мы как-то больше это, нам больше колбасой такой удобнее это все. Ну да, воду так отжали, как слону хобот выжили. Вот, и завернули в большое, ну, в большое полотенце или в простыню в махровую, чтобы вода, воду
Вот, максимально. И здесь я сейчас стараюсь в ширину, потому что в длину я всегда одену на манекен, и в длину я его потяну. Здесь я хочу максимально раскрыть объем этой юбки, поэтому и усилия вот эти вот идут. Поэтапно, вот там уже начинает собираться, вы туда не трогаете, утюгом не заходите. Все равно работаете все время участками. Ну да, то есть это у вас примерно два утюга, полтора-два утюга. Вот вы такой себе, как это сказать, в какой сектор, сектор выбрали, да, вот в длину там два утюга. И вот ну, то, что помещается на вашу доску. И переходите на следующий. Вот, если, допустим, вот если юбку вы хотите все-таки, вот так Оксана сейчас ее в ширину тянет, а длина уже будет как вот на манекене, там она ее подправит. Другая, бывают разные ситуации, вы там перестарались, ее все-таки вот, вам нужно ее потянуть в длину, тогда вы до еще термообработки вы берете мокрую, мужа. Да, берете, складываете гармошечкой там, допустим, в районе талии и низ, если это сарафан, ну, юбка вообще проще. И тянете просто вот, желательно мужскую силу применить, вот, и она 10 сантиметров во влажном состоянии вы спокойно вытянете. Просто... Ну, может быть, вы немножко за счет объема потеряете, но длину, да, по крайней мере, вернете. Ну, у нас же, если вы работаете с заказчиками, то это бывает очень важно, потому что кто-то четко говорит, там вот разброс 82-84 длина, и вам же надо туда попасть, а не все... чуть шерсть отличается, более там... краска другая или там что-то. Да, звезды не так стояли. Да, и вот на этом этапе как раз подправить все очень просто. Но на утюге, в принципе, всегда стараемся все-таки в ширину, ну, удобнее вытянуть в ширину, чтобы потом потянуть вниз и как бы скомпенсировать длину. Вот, ну, то есть тут такой... творческий подход и в то же время очень, как сказать там, физически. Вообще-то да. Утюг, он так хорошее время занимает. Ну, вот такой сарафан отпарить полноценно, ну, это не менее часа, может, даже и побольше. Особенно если с двух сторон его пройтись весь, да, хорошенечко. То есть вы попробуйте по-разному. Допустим, выберите себе одну сторону и отпарьте ее как следует. Потом вот такое чуть влажное одеваете на манекен, подправляете, все, придаете как бы с вашей точки зрения окончательную форму и оставляете, чтобы он высох. И потом уже сухое отпариваете с обратной стороны. Вот. Либо вы можете за один раз это сделать, но тогда вам просто на манекене надо будет больше, ну, поработать, ну, где-то прибрызнуть, то есть сложнее будет его вернуть ему заданную форму. Вот. Но путь возможен и такой, и такой. Я все время работаю с давлением, я все время на утюг прямо... Закатать рубашку, показать бицепс. Рука устает, реально устает рука за вот время, пока... То есть это не то, что мы там попорхали по шелку, по шелковой какой-то ткани, нет. Вы это давите, прямо это давите, работа весом. Нелегкая, как эти, прачки. Вот, конечно, никаких тут, скажем так... Открытий, может быть, ни для кого и нет, но на мастер-классе мы пытаемся это показывать, мы приносим, ну, на рабочие мастер-классы, мы приносим какую-то готовую вещь свою и показываем от, там, ну, хотя бы там несколько минут, как работать на утюге. Ну да, мастер-класс все-таки для небольшого количества, а тут уже что-то... Ну да, потому что я на самом деле не встречала, чтобы другие, ну, как бы в основной массе мастера до этого доходили.
потому что все хотят сделать большую вещь на мастер-классе, что на самом деле не очень правильно. Вот сейчас, пока от вещи идет пар, это еще не окончательно. Когда оно перестанет парить, потому что все это, она еще очень живая и очень податливая будет заминаться. С другой стороны, обязательно надо будет пройтись, высушить ее. То есть окончательно, вот вы утюгом постояли. Дай подушечку, пожалуйста. Или полотенце какое-то сухое. Показать. Вот этот пар, который есть, да, его хорошо бы, вот он идет от вещи, сложите себе из, если нет специальной подушки, сложите себе такую из полотенца. То есть вот этот пар и тепло надо забирать из ткани, чтобы она успевала остыть на доске. Но это уже скорее такая финишная. Остыла, передвинули, то есть вот это уже точно у вас зафиксировано. Здесь пока идет первичное такое выпаривание и придание формы. Ладно, как мы еще вернемся. Что пока. Ну, подушечку такую можно сшить, я так полагаю. Тут, в принципе, ничего, поролон и такая более плотная ворсистая. Ну, там даже не поролон, я бы что-то такое, обязательно защита от пара, что-то надо проложить, чтобы она по рукам мне это не давала. Тут, как правило, опилочками они какими-то набиты, такие штучки. Есть специальные в швейных магазинах всякие формы, там кабанчики, поросята. Ну, это если, например, там надо какой-то такой локальный объем получить. То есть даже вот эти круглые юбки можно сделать на плоской доске, просто передвигая все время. Ну вот, в принципе, круг завершен. Сейчас я буду спускаться на следующий ярус. Когда вы пойдете с обратной стороны, тут, если где-то тут какие-то бывают заломы, да, замятости, замены, то вы это уберете на другой стороне. Это яркий, интенсивный цвет, тут не очень заметно, а там на гладкой будет все это хорошо видно. Спускаете, работаете со следующим. Этот участок, вот где само такое, самое интенсивное наполнение, он может быть еще быть меньше, буквально там на полтора утюга. То есть вот эта складка, я ее и не трогаю, я выутюживаю то, что лежит на плоскости. То просто в лишний раз передвину. Более мелкими участками работаем. Чем больше объем, тем более мелкий участок у вас, маленький участок вы обрабатываете утюгом. Ну, опять же, это все, что касается гладкого тонкого войлока. Если вы хотите получить фактуры, то вам эта операция вам ни к чему. Исключается, потому что из-под утюга, конечно, войлок такой скорее напоминает традиционную ткань, нежели сукно. Да, больше сукно такое. Ну, то есть, в принципе, мы и пальто тем же самым образом. Просто там более толстый войлок, ну, если это гладкость надо получить, если не фактурная какая-то история. Вот. Пальто точно так же обрабатывается. Единственное, что оно и тянется не так, и... Ну, в общем, от задачи все зависит. Сопарилась. Да я, ну, я-то привычная. У меня дома вообще парогенератор. Там только пальцы береги. Как паром поддаст, не успеваешь, не всегда успеваешь уворачиваться. Нет, парогенератор, конечно, вообще прекрасная вещь. И у кого она есть, то приветствуется использование парогенератора. Тут специально мы решили, что лучше показать... Ну, да, утюг, потому что в основном, ну, мало кто, ну, не мало, но кто уж прям совсем озадаченный, вот. Да, клиенты не у всех
такие парогенераторы. Просто в утюжок побольше воды и на максимальный пар. То есть это дополнительная еще обработка войлока происходит. Вот видите, вот осталось. Если это ребро, то вы работаете на сутюжку. Вы его, если есть такая цель убрать, то вот так же раскладываете на плоскости. И я вот сейчас, например, я это, эту свободу я убираю. Я постепенно вот ее сгоняю на нет. Вот видите, только что был пузырь. Сейчас это плоское место, но у нас немножко другая задача, поэтому я его возвращаю. То есть, в принципе, утюг делает с войлоком очень... То, что вы делаете, да, с ним в процессе валяния. Вот те же самые манипуляции и в процессе валяния происходят, когда вам надо побороться с ребром или с каким-то объемом, который не ушел. Его насильственным путем мы убираем. Только там за счет... То есть вот поэтому мы не работаем в рулоне, потому что к каждому вот фрагменту там изделия, подход, ну, надо видеть, что происходит. Когда вещи объемные, у нее должны быть вот эти вот фалды, очень сложно это сделать, катая в рулоне. Поэтому работа на плоскости и... Ну да, то есть мы и валяем в плоскости, и сейчас тоже утюг работает тоже в плоскости и усугубляет наше движение, наши действия, которые были при валянии. Очень хорошо заметно, когда вы... Когда уже пора прекращать, можно понять по... Вот если с лица гладишь первые... Первая обработка с лица идет, то все ваши волокна, они, конечно, принимают тот цвет, который был в начале. Вот, не, ну, ну да, вискоза, они, да, да, вискоза, по вискозе и... очень хорошо это видно. Вот. Ну, с изнанки обычно более спокойная история, да, и поэтому, ну, не знаю, мне как-то больше нравится первую утюжку. Главное, чтобы вещь остыла, потому что сейчас она горячая, это еще не это. Последний этап – это каждый раз просто вот дать остыть на утюге. Вижу иногда, что вроде и отутюжена вещь, ну, видно даже по фотографии, но... Настолько растянута линия низа, ну, там не очень понятно, это сделано, либо это отверстие нижнее сделано слишком большое, либо это сильно растянуто на утюге. Вот, поэтому все-таки, если у вас после валяния получился достаточно этот, ну, для того, чтобы шаг был, да, у вас нормальный, вы могли сделать в изделии шаг, то и не тяните сильно, не, именно вот то, да, что, лишнее, да, напряжение, то что Оксана еще не дошла до чего, то есть до вот буквально последние там 10 сантиметров вот, от низа изделия, вы его насильственно не тяните, чтобы сохранить вот эту форму баллона. Потому что если сейчас вот пойти и со всей, как бы это помягче сказать, силы растянуть вот линию низа, то вы вот эту баллонистую форму эту потеряете. Она у вас упадет вот так. Это, ну, на самом деле для начинающего, ну, или просто первый раз валяющего такую юбку человека, это не сразу очевидно становится. Вот, просто зато хорошо видно уже на человеке, когда примерил и понял, что распахал эту линию низа и потерял форму. Вот, то есть вот эту линию вы ее просто спокойно выпариваете уже, ну, фиксируете утюжкой. Опять же, если вам не надо, ну, вдруг вы там сделали поменьше отверстие и вам наоборот надо подтянуть. Вот, если вас устраивает этот размах, шаговый шаг у вас нормальный, вы делаете, то просто заутюжьте, да, это вот в таком состоянии, сутюжьте. Вот, да, опустить их и успокоить. Ну, сейчас мы дойдем, сейчас я уже круг заканчиваю.
Потому что вот, ну, вот это важный момент, когда вот теряется форма. Много было писем, когда вот именно вопрос был в том, что вроде все делают так, как советуете, а такую форму, как на фотографии там у Оксаны, например, не получается. Вот как раз это очень важный момент. Вот это вот свобода, да, которая есть, ее надо просто спокойненько сутюжить. В данном случае тут уже тянуть так не нужно. Да, то есть вы сделали объем там, где он предполагался, а к низу уже без фанатизма просто фиксируете. Так, ну и вот теперь приступаем к линии низа. Она должна быть такая красивая, плавная линия, можно так сдвинуться. Вот. И вот это вот мы просто сутюживаем. Ставите утюжок постепенно, уплощая. И уже вот это место сначала с паром, потом без пара. Да, подтягивает. Выравниваете. Если что-то вот вас там смущает, в этот момент вот аккуратненько его подправили и утюгом высушили. Где у нас линейка? Линейка там. Да, еще такой. Ну, сейчас я вот это вот, вы прошлись утюгом, и вот это вот в идеале каждое движение утюгом сопровождается вот таким вот застаиванием, то есть охлаждение, полотенце забирает лишнюю влагу, пар, и вещь должна остыть, вот она еще теплая. Ну да, тут еще доска, да, сама доска нагрета. Такая, потому что, ну, конечно, портновские доски, они еще и с вентиляцией, они вытягивают вот этот лишний пар. С тем, чтобы изделие запомнило свою форму, зафиксировалось. Ну, поскольку мы еще подправляем, поэтому сейчас мы не добиваемся такого уже. Просто вот как прием, когда вы полностью довольны своей формой, вам надо ее застабилизировать. Вот это вот охлаждение и забирание лишней влаги, это как раз и способствует стабилизации вашего изделия. Так, вот я опять сутюживаю. Приемчик, если, например, у вас вот край борта. Тут просто идеальный, да, край, тут нечего выравнивать, не на чем даже показать. Вот, но если вдруг у вас идет какая-то волна, с которой вы не можете справиться просто поддергиванием пальчиками. Ну, это скорее относится вот к жакетам, потому что вообще толщина линейки, тут явно у войлока другая толщина. То есть вот вы выстраиваете к линейке, и вот фиксация, то есть железную линейку ее потом взять невозможно. В данном случае можно работать с деревянной только. Ну и к деревянной линейке вы утюгом, да, вот это как бы, ну, таким движением, к линейке, двигая, да, утюг, вот вы подвинули и зафиксировали. А потом линеечку убрали и высушиваете. На, это вообще работает на любом, и на толстом войлоке, на, да, сумках, это где на толстом вообще... Где вам нужен такой идеальный край, четкий. Трудно на сумке, ну, толстый войлок трудно выровнять, но вот, да, как вот это... не подтянешь, а линейкой можно подбить и зафиксировать это утюгом. Ну и, конечно, если вы потрогаете войлок, который отпаренный с двух сторон и просто высушенный, разница, конечно, будет колоссальная и в толщине, и в качестве войлока, ну и, я бы сказала, в свойствах растягивания. Ну, да, мы его уже растянули, уже все. Да, то есть, в принципе, он уже такую прошел огонь, воду и медные трубы. Как закалялся войлок. Да, поэтому вот после утюга я бы сказала, что и грязь к нему меньше прилипает, то есть она от него отскакивает просто.
и форму он держит. Ну, поскольку войлок тонкий, то понятно, что, конечно, он там и заминается, и все, но он очень быстро возвращается в свое первоначальное состояние. Нам... Ну, вообще, вот у вещи лоск такой появляется. Ну, и нам... благородный какой-то вид. Ну, по крайней мере, выглядит он дороже и как-то богаче, как сказать, круче, короче. Презентабельный. Ну, такой дорогой. Угу. И все-таки он остается пластичным, но он меньше вытягивается отпаренный войлок. Ну, это как бы по нашим наблюдениям, чем тот, который не отутюжен. Вот. То есть у него остается свобода, которая... Да, и в то же время мы уже вытянули все, что можно вытянуть. То есть он все-таки становится ближе к шерстяной ткани, чем к валенкам. Ну, такие какие-то подушечки тоже такие специальные в швейных магазинах, они тоже помогают снять вот этот вот пар, немножко остудить. Держать форму, зафиксировать, потому что рук не хватит вот это вот. Да, горячо. Да, горячо. Тепленькая пошла. Ну, тут немножко такая линия сейчас, она элементарно вот так вот подтягивается, выстраивается, как надо. И утюжком сутюживаете. Так, в принципе, и проймы, если вот они у вас там фолдят немножко, то вот это вот. Слабину убираете тоже утюгом до высыхания. Ну, в общем, тот, кто этого не делал ни разу, я думаю, что впечатлится отличием изделия до и после. Ну, вот здесь уже круг замкнулся. Аккуратно руки, потому что все это горячий цех. И линия должна вам нравиться, она должна быть красивой. Вот, собственно, и все. Вот сейчас мы оденем на манекен. Убедимся, что там с длинными все нормально. Мы не перетянули там один бок не длиннее другого. Ну, мы можем поставить на стол манекен. Да, желательно, да. Тоже всегда линия низа удобно отсматривать на уровне глаз. Поэтому, если есть возможность, манекен на стол, сели на стульчик и на уровне глаз. Ну вот, единственное, я не отутюжила плечи. Сейчас я их чуть-чуть подсушу, но это очень удобно прямо по манекену. Обутюжить горловинку прямо на манекене. Эти портновские манекены позволяют такие манипуляции, они не поплавятся. Опять же, видите, опять все по участочкам. Сдвинули. Ой. Там не надо заутюживать. Так, утюг на пол, чтобы... Ничего. Ну вот видите, вот они все фалды. Такие богатые. Вот на манекене можно вот их даже вот так вот выложить и тоже им дать возможность постоять. Ну, в принципе, вот изделие сейчас я бы оставила на манекене до высыхания. Вот, и еще хорошо, что сделать, вот после утюга такая вещь вся... Подвижная еще все равно. Ну, она даже не то, что подвижная, а такая вся вот...
ну как это сказать-то, сейчас, Лена. Она такая вся уж больно лощеная. Вот я люблю немножечко пройтись и вот чуть-чуть пульверизатором. Да, пульверизатором, чтобы немного вот эта шерсть, вот мы же все-таки ее, ну, над ней работали. Мы ее принуждали. Духой взбрызнуть так, немножко. Да, да, над ней. Это... Немножко здесь в пульверизатор буквально капелька ополаскивателя для белья и снимает статическое электричество и вообще так немножко разглаживает, да. И это вообще метод наш утюжки вот на всяких мероприятиях, когда вещь приносим и нет возможности ее отутюжить, мы вот сбрызгиваем подобным таким же составом, растворчиком, да. Вещь немножко вот постоит, и она отвиселась, и... Вот, ну, в общем, короче, вот надо ее вот так вот поставить. И опять же, если у вас где-то отошла пройма, вот сейчас вы давай, чуть-чуть увлажнили... Да, вот еще тоже проверяйте на симметричность. Иногда в зеркало, иногда просто вот так вот. Просто хотя бы расстояние. Вы это почувствуете, даже не глядя. Вот пройдитесь руками эти расстояния, ну, прощупайте, почувствуйте. И если вам надо что-то там подправить, то, конечно, не голыми руками. Вот, немножко сбрызнуть. Если вы хотите что-то там... Допустим, там, ну, какая-то слабина в горловине после плоской поверхности. Вот грудь, опять же, можно ее тоже сбрызнуть. Ну да, как и вы да, хотите. Да. Либо вы ее можете подчеркнуть, либо как здесь она просто падает. Если где-то у вас отошла горловина, не прилегает, или проймы, побрызгайте и рукой в перчатках целлофановых не... Ну, либо пакет скользкий, ну, на руку. Да, что-то... Да, рукой не возить по такому гладкому уже отутюжному войлоку, не надо его ворсить. Либо оденьте наизнанку и по изнанке, ну, тоже желательно не возить уже, потому что, в принципе, у вас уже изделие практически готово. Вот оно сейчас должно высохнуть. Вот сейчас оно еще такое, ну как, прям чуть влажное. Даже, ну мы его еще побрызгали же. Вот а сейчас оно высохнет окончательно. Потом мы его снимаем, выворачиваем наизнанку и с изнанки проходимся еще раз утюгом с паром. Но, конечно, времени это займет уже гораздо меньше, потому что он... На месте, да, просто мы ее окончательно уже, ну, это вот уже все. И потом опять либо высушиваете, ну, в смысле, одеваете на манекен, да, оно да, сохнет, ну, либо уже на, можно... Ну, еще тоже такая рекомендация в процессе носки, вот можно, вы, например, в этом платье были, планируете одеть на следующий день, просто в ванну на плечики, после во влажную атмосферу, и да. И войлок, вот, особенно после такой обработки, он прекрасно опять, все эти замены уходят. Даже если и, оно у вас лежало просто. Просто отдохнет и примет опять свою форму, которую вот вы ему задали. Как-то так. Ну, как если есть диск Алены, в любом диске ну, вот Алены... Наш... Нет, давай не ролик закончился. Девушки, спасибо большое. Ну, на вопросы девочки уже отвечали во время того, как у нас проигрывался ролик. Но, Оксана, Наташ, давайте вот самый, наверное, актуальный, больше всего повторялся он, как сделать такую удивительную поверхность, которую вы гладили, вот этого платье сарафана. Если не жалко, поделитесь секретом, а потом уже вот по ролику ответим на вопросы. Надо к Маше Гладченко сходить на это, вообще, да. На цветоведение. Нет, там просто совершенно
несвойственные нам бешеные цвета вискозы, очень ярких оттенков, они разложены хаотично облаками и просто немножко тонко-тонко затянуты в тон шерсти, в цвет шерсти, поскольку он делается на черной шерсти, это тонким-тонким облачком черной вискозы. Все это будет. Давай еще раз, вот по порядку. Сначала изнанка, что там лежит в этом платье на изнанке, потом какая шерсть как разложена, и дальше вот в... Так, раскладку снимаю. Сначала раскладывалась вискоза заливкой однотонная, потом была шерсть ливер, раскладка козликом, потом разноцветные облачка вискозы, прямо разные-разные и смело ярких цветов. Прямо лиловая, зеленая, такая желтая, золотистая, синяя, бирюзовая, все оранжевые, вообще, все яркие цвета, вот, которые прямо... Просто если бы это не затянулось черной вискозой, все бы решили, что кто-то сошел с ума. Нет, но эффект идет с двух сторон. У вас черная шерсть и черная верхняя паутинка вискозы. И они вот эту всю яркость очень тушат. И получается такое, как, ну, как бы из глубины идут эти яркие цвета. И, но этим можно пользоваться и не обязательно на черной там, да, шерсти. Можно это делать, шерсти. Если вот у меня в магазине есть юбка, какая-то такая в осенней, про осень, я забыла, как она называется, там сделано все то же самое на коричневой, на такой молочного шоколада шерсти, вот, яркие цвета вискозы, ну, которые подходят к этому коричневому, и сверху затянуто опять-таки тонким слоем паутинкой вискозы в тон шерсти. Вот этот прием, он очень хорошо работает, когда вы делаете какой-то подмалевок из яркой вискозы, а потом затягиваете вискозой в тон шерсти, уже всю поверхность. Да, и вот эта выступающая шерсть, она не так вот, ну, некрасиво может там пробиться на лицевую сторону, ей в поддержку идет вискоза вот этого цвета в тон шерсти, и цвета пригашиваете немножко. Девочки, это дорогого стоит этот совет, спасибо большое. И девочки тоже в чате благодарят, на самом деле вот это такой секрет, который... Ну, только опытом, да, можно прийти, и вы им поделились. Спасибо большое. Наташа и Оксана, вот если нет манекена, то как вы, ну, у человека нет, у вас, понятно, есть. Как, можно ли посадить такую вещь? Без манекена. Ну, линейные размеры, конечно. И отпаривать тогда. Конечно, лучше, чтобы хоть какой-то манекен или, ну... Ну, потому что человек был меньше того размера, который вы делаете. Ну, по крайней мере, чтобы вы посмотрели, надо, да. Да, длину отсмотрели. Ну, и как бы, ну, проймы, конечно, все это важно очень. Ну, да, вы можете просто, ну, там просто вообще никакого, просто можете. Кого-то там, да, подберить из своего окружения, подходящего по параметрам. Ну, потому что один раз вам прекрасно будет смотреться. Один раз обязательно надо, ну, глянуть, как это вообще со стороны, потому что, ну, я вообще очень люблю посмотреть, как это, как моя вещь смотрится на Оксане. Если мне на Оксане нравится, значит... Хороший манекен у тебя. Да. Вот. Неважно, причем, какого размера эта вещь. Да, вот, да. Просто, как, ну, желательно, чтобы прямые были плечи, но чтобы вещь как бы вот упала красиво. Вот, ну... Ну, что-нибудь, да, надо придумать, если у вас нет манекена. Как-то выйти из положения. Может, вы родите вообще какой-то суперспособ. Вот. Ну, поскольку есть манекены, и там даже ни одного размера, мы, конечно, ими пользуемся, но не валяем на нем, а именно отсматриваем. И до, ну, как вот мы в видео сейчас было видно, и до этого... Отпаривание. Наташа, а манекен должен быть меньшего размера, когда вы сажаете, или большего? Вот если вещь, допустим, 48-го размера, какой манекен вы берете? Ну, когда мы для себя делаем, ну, лучше на размер больше взять, чтобы оставалась свобода облегания. Ну, отсмотреть можно и на 46-м размере. Вы, да, понимаете, что, ну,
эту свободу заложите, которая там. Вот. Но можно обойтись и одним манекеном, там, допустим, 46-го размера. Да, на манекен всегда что-то можно одеть, там, дополнительно, там, лифчик. Да. Девочки, да, спасибо. И были вопросы, там, был ли жгутик в этом, козлик. На самом деле, девочки, это идеи Алены Селезневой, которые пошли в массы, да, у нас и козлик, раскладка, и вот эта контрольная пасмочка, вот это от Алены пришло, и девчонки это активно используют, поэтому в сарафане в этом есть и жгутик, и козлик, вот, да? Да, и жгутик, и козлик есть. Алене огромное спасибо. А сколько это? Та же утюжка, это тоже Аленин гладкий войлок, так что мы по стопам. Да. А сколько, то есть на каком шаблоне вот этот сарафан сделан, который вы гладили? Это шаблон-книжка, юбку там всех интересует? Да, шаблон-книжка, там 4, ну, в смысле, вот 4 ребра. И 4 вот, ребра. Вот этим приемом, видите, они не читаются. Да, так выложено, то есть выглажено, что не читается. На самом деле шаблон-книжка очень сейчас популярная такая модель, многие ее пробуют, у девочек есть прекрасный мастер-класс по юбке на шаблоне книжки, у Алены Селезневой есть платье на шаблоне тоже с использованием шаблона книжки. Пожалуйста, то есть вот кто интересуется, кто хочет такую красоту создать, очень вам рекомендую эти мастер-классы. Ну, девочки, вы видели чат, есть еще какие-то вопросы, на которые мы не ответили? Что-то, может, вы хотите добавить? Я уже вышла из чата, вылетела, скажем. Ну, что там про светлый был вопрос еще был, не будет ли желтых пятен? Про светлый войлок. Конечно, утюг должен быть чистый. Конечно, все, что касается, ну, как вы работаете со светлой одеждой, ну, как бы вы гладили, выглаживали ее, так и здесь это все надо учитывать. То есть, ну, весь свой опыт предыдущий, конечно, вы весь используете. Но... А потом еще всегда утюг же с паром, поэтому он не так уж прямо повреждает шелк, и все равно там сверху такая поверхность шерстяная. Ну, без фанатизма, светлый войлок без фанатизма. Конечно, проверяйте, чтобы, ну, возможно, если переусердствовать, желтые пятна могут появиться, поэтому как бы, да, отслеживайте это. Так, что там из такого? А, да, этот шаблон книжка на 4, 4 плоскости, да, да, 4 ребра, но расширение какое там, я, честно говоря, не могу сейчас ну, так навскидку да, сказать. Можно, вы померите тот объем, который вы хотите, длину окружности, которую вы хотите получить. Нитку положите вокруг себя, какая вам нужна там юбка. Вы можете эти параметры взять со своей там любимой одежды, да, которую вы носитесь. Даже придите куда-то в магазин, померите что-то, понимаете, что вам комфортно, но замерите себе эти объемы, чтобы знать, от чего отталкиваться. И разложите потом на то количество листов, которые вам, ну, увеличите на коэффициент увеличения, разделите на то количество листов, которые у вас будет, там 6, это 4, 8, и дальше постройте. Как строить? Ну, любой МК по книжкам, наш, Аленин, неважно, все это есть в МК, просто, ну, сейчас немножко другая тема, вот. Ну, да, девочки, про мастер-класс уже спрашивают в чате активные про шаблон книжку. Сейчас мы расскажем. И на самом деле мы так сейчас будем плавно переходить как раз к презентации нового видеокурса. Это видеокурс по свитшоту с акварельным рисунком. И у многих уже, кто видел баннер, который у нас рядом с трансляцией, возник вопрос, чем этот курс отличается от первого курса, который мы отсняли 2 года назад, платье с принтом. Вот давайте мы сначала сейчас расскажем, что вошло в курс новый, Наташ, и ты тогда с Оксаной, я попрошу вас прокомментировать, в чем разница. Ну, сами понимаете, что курс 2-летней давности и сейчас, это, как говорят, 2 большие разницы, но я лучше, пусть девочки все это вам расскажут. А я сейчас пока открою презентацию, чтобы они могли, девочкам помогу. Наташа, а вы можете начинать. Да, хорошо, сейчас мы сориентируемся. Ну, что про этот курс сказать? Это практически пошаговая инструкция, как мы делаем вот такой свитшот. То есть от построения выкройки,
до утюжки. Показываем и утюжку конкретно этого изделия. Значит, то, что вас тут может смутить? То, что вот такой разброс по размеру от 44 до 52. Вот модель на картинке, девочка, она 42 размера. В этом же, там в видео есть этот свитшот на Оксане. На мне он, поверьте, тоже спокойно на меня садится. И на, ну да, мы у нас да, его мерили. Купили, уже, он, кстати, уже куплен. Вот, мерили его достаточно много людей. Вот на всех он сидит прекрасно. Но в видеокурсе есть повтор, то есть первого курса, как построить выкройку облегающего, скажем. Не повтор курса, а только маленький кусочек теоретической части. Да, абсолютно. Как построить основу выкройки, которая по фигуре, да, и потом от нее оттолкнуться и смоделировать уже такую свободную вещь. Почему такая свободная вещь? Потому что мы используем туда палантин, и хочется использовать его целиком. Да. Вот, ну, поэтому вот родилось изделие такой, ну, свободной формы, и, в общем-то, и большим, и маленьким оно, ну, прекрасно, да, идет. Да, поэтому там чисто для того, чтобы максимально использовать этот платок. Да, там где-то ширина у них 100-110 у этих палантинов. Мы его просто режем пополам и используем на два свитшота. И максимально используем вот этот шифон, который очень хороший, и, ну, он, собственно, наверное, из нуна, он вот такую картинку дает, пожалуй, с чем его сравнить еще, самую такую красивую. Вот. Ну, это то, что касается... Ну, и то, что, да, универсальный размер, девочки, от 44 до 52 по одной выкройке. То есть в этот курс вошел... Схема выкройка, она несложная. То есть там теоретическая часть, как построить, дана, ну, просто чтобы те, кто любит строить и хотят понимать, как это сделать, у вас была и такая теория. А так выкройка приложена к диску, поэтому никаких проблем вам построить шаблон, очень быстро вы это сделаете. Да, то есть у нас мы имеем два варианта. Либо вы берете прям готовый наш шаблон, либо вы берете, строите по себе выкройку. Мы рекомендуем сантиметр там на свободу облегания именно для свитшота. Вы можете сделать больше, меньше. Это по-разному, ну, как от вашего желания зависит. Вот, но... Все это вполне доступно, и никаких проблем здесь не возникнет у вас. Вот, ну, картинки видите, да, как со всех сторон, со всех ракурсов. Так, ну, здесь все вот четко. Мы, значит, это чем, как раз вот чем отличается курс, да, конечно, мы за два года претерпели какие-то изменения. Мы тоже растем, тоже учимся. Вот, ну, вот попытаемся. И раскладка у вас стала другой. Да. Раскладка другой, да, над которой очень много думалось, и как бы мы принимали во внимание всяческие раскладки и Ирину Спасскую, и Люду Хренову, и Алену Селезневу, и, в общем, ну, сами мы, естественно, работали и пробовали и то, и сё, и вот за два года мы пришли вот к такой раскладке. Да, которая нас примирила с гребенной лентой, то есть, в общем-то, да, то есть сейчас ушла мы... полосатость изделий. Если, как бы, два года назад, вот даже наше предпочтение, это был сливер, ну, в общем, мы на него практически перешли, то сейчас, собственно, нет никакой разницы. Ну, может быть, там чуть-чуть какая-то в пластике войлока, может быть, какое-то отличие, если вы используете там сливер или 18 микрон. Но, в принципе, мы сейчас работаем с любой шерстью вообще, ну, от задачи отталкиваемся. 21 микрон сделан этот. Да, вот именно... Он тоже тоненький. За счет вот этой раскладки, это она позволяет вам использовать любую шерсть. И нет, грязности она не читается, и хорошая пластичность у изделия, правильно? На ней не образуются дыры, она равномерная и, ну, в общем-то, тонкая. Поэтому, девочки, не надо искать и сейчас сливер, поэтому вот этот видеокурс, если у вас есть меринос, 18 микрон, 21 микрон,
Любая. Самое то, что нужно. Да, вот он сделан как раз на ленте. Это не окрашенный меланжевый немецкий меринос. Волкноловский, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, разницу мы, наверное, сказали, да? Ну, в чем да. Принципиально. Давайте пробежимся по содержанию, чтобы поподробнее вам рассказать, что в мастер-класс вошло, да? То есть о тканях. Вопрос в чате уже дважды девушка задает, можно ли использовать атласную ткань, близкая к такой плотному, я так понимаю. Ну да, вот если видите на картинке, вот темно-синий свитшот, там с Венеции, справа от меня, да, на манекене, на фото, и там как раз использован плотный шелк, атласный, вот, но надо понимать, что если вы, либо вы закрываете границу шерсть-шелк, вы закрываете шерстью, потому что плотный шелк, он не так впечатывается. Да, не так, как шифон у вас в переводную картинку превратится. То есть граница шерсть-шелк будет видна, поэтому либо вы ее должны предусмотреть еще на стадии раскладки, закрыть край шелка шерстью, либо, как вот именно вот в этом свитшоте, я просто отстрочила таким плоским швом, сгладила эту границу. Можно шовчик какой-то добавить ручной, неважно, в мастер-классе об этом... Наташ, необходимые материалы, то, что мы говорили, да, грамм 300, нет, это ж не платье, да, чуть поменьше. Нет, вот конкретно на этот уходит 80 грамм, вот в нашей раскладке ушло 80 грамм гребенной ленты и порядка 120-130, может быть, грамм вискозы на верх, на изнанку и на лицо. Да, соответственно, палантин. Девочки, эти цифры, вы, те, кто будет собирается приобретать этот курс, умножьте сразу на 2, на всякий случай, чтобы вы не остались без шерстки. Да, это лучше пусть будет с запасом, потому что вискозы, как вы понимаете, меньше 200 грамм сейчас уже никто из нас не покупает, потому что, это минимум. Да, и вот тут вот в четвертой части, интересная, если вы видите, раскладку «Козлик». Вот Алена нам несколько дней назад показала эту раскладку «Козлик». Девочки тоже там очень внимательно, то есть очень подробно показывают, как они ее исполняют. Но у Оксаны родилась на базе этой раскладки, но Оксана, правда, то есть она немножко даже, может, не на базе этой, да, а Иры с Паской ты говорила, хотела повторить ее тоненькую раскладку трехслойную, но в один раз. И у нее родилась вот такая интерпретация Оксаны на раскладку. Они назвали девочки ее «Колосок». Вот, это тоже раскладка интересная. Она позволяет уйти от рядности. Такая пушистость, да, пушистенькая раскладка. Пушистенькая и равномерненькая. Такая, как штриховочка. Да, саму раскладку, как делать в МК, очень подробно рассказывается. И я могу просто сказать, поскольку снимала этот мастер-класс «Школа войлока онлайн», и я руководила этим процессом, то вот очень детально. Все там максимально мы сделали подробно и понятно, потому что с нескольких камер мы снимали. И теоретически там Наташа объясняет, и специально мы доснимали эту раскладку, так что не волнуйтесь, повторите. Вот, соответственно... Там раскладка изнанки, потом раскладка спинки, как заливать вискозы. Девочки показали там 2 варианта. Вот. С этими поворотами, заворотами. Все, все. Да. Все. Контрольные пасмы. Интересен процесс валяния. Вот тут, если видите, 53 минуты у меня стоит видео. Я старалась его не сильно вырезать и сжимать, потому что девочки, они валяют в плоскости. Почему войлок такой тонкий, пластичный? Потому что фактурный войлок валяется по-другому. Чтобы усадка была не такая большая, и чтобы войлок, войлок готов, это не... То есть он полностью готов, вот, он носится хорошо. Но вот это особый способ валяния, тоже очень подробно. Потом, то, что мы говорили, помимо готовой выкройки, есть описание... Построение выкройки, основа и моделирование. Если вы захотите сделать, может, кто-то не любит, хочет подчеркнуть грудь или еще что-то такое там, формы свои, пожалуйста, у вас есть возможность построить выкройку по своим размерам. Здесь мы сегодня подробную на юбке книжки показывали обработку
утюгом. Здесь тоже девочки... Ну, заметьте, что здесь плечевое изделие, там у нас было изделие без рукавов, здесь все-таки есть какой-то рукавчик, и здесь утюжка тоже, ну, кому интересно, как плечевое изделие. Ну, и не так подробно, конечно, мы касались тут. Да, ну, я говорю, у вас сегодняшнее видео будет в помощь. И вот, вот такой получился замечательный свитшот с акварельным рисунком. Вот это результат мастер-класса. Там кто-то писал, что пробовал делать очень долго, но я вам могу сказать, что у девочек на мастер-классах вот такой свитшот ученицы делают за один рабочий день. Да, это напряженно, это вот с утра до 7 вечера. Девчонки, ну, там с перерывом на обед работают, но вот результат к вечеру, они вот такую вещь сажают на манекен. Поэтому это реально, Наташа, и прокомментирую, что, конечно, можно на любом моменте, практически на любом прерваться, ты об этом говоришь. Да, ну мы работаем, используя полиэтиленовые мусорные пакеты, да, полиэтиленовые, поэтому раскладку, в принципе, можно прервать на любом этапе и продолжить. Ну, мы все там говорим подробно. Если, ну, когда... Вот наша рекомендация, да, когда можно прерваться стоп, и да. продолжить там, когда у вас будет сила и время. Вот. Ну, не у всех есть, конечно, возможность оставить все это на столе в разложенном виде. Вот. Ну, я, например, тоже убираю, если я отваляю дома, то я убираю это, складываю между двух слоев полиэтилена и оставляю там до следующего раза. Вот, поэтому, конечно, это, ну, мне это очень важно, и я понимаю, что это не только мне интересно. Вот, вот еще что... несколько примеров свитшотов, да, которые возможны. И девочки очень подробно рассказывают, как они сделаны, из каких материалов, какой выбор. Были вопросы, много достаточно вопросов, где купить палантины. Ну, есть палантины, конечно, в шкатулочке, но девочки, мастера покупают их и на выставках, и заказывают... Где вы заказываете их? Ну, сейчас даже вот, в принципе, все эти палантины, они есть на Алиэкспрессе, наверняка. Вот, на Алиэкспрессе знают. Выбирайте, мало того, что девочки, да, говорили, что там бывают какие-то распродажи, когда можно купить недорого и много. 5 штук, по-моему, 5 тысяч они стоят тогда. Вот. Ну, по крайней мере, надо просто поймать эту акцию. Да, ну, это для тех, кто не в России. Пожалуйста, заказывайте в любую точку земного шара, вам доставят такие палантины. Да, с доставкой там вроде все неплохо, поэтому я думаю, что можно справиться. Да, ну и вот мы перешли к уже заключению нашей сегодняшней презентации. Девочки, вот этот курс, обычная цена этого курса 5200 рублей для участников шерстеваля. Вот этот видеокурс будет стоить 4200 рублей по 8 число включительно. Дальше специальное предложение в рамках шерстеваля, то, что мы обсуждали сегодня, вот то, что выглаживали девочки, это их видеокурс «Одежда на шаблонных книжках». Тоже по специальной цене, очень такой привлекательный, хороший курс, он непростой. То есть если вы выбираете, с чего начать, лучше, конечно, начинать со свитшота или с платья с принтом, если вы не валяли одежду, потому что шаблон книжка все-таки ну, требует внимания, аккуратности. Ну, там уже вот за один, наверное, день вы с такой вещью не справитесь. Нет, там же нужен навык. Навык, да, там нужен навык, но возможности открываются... Безграничные. Моделирование. Да, моделирование. И вот курс, о котором мы говорили. Наташ, немножко прокомментируй, пожалуйста, все-таки, вот если ну, человек думает приобрести либо курс, вот ваш первый, либо свитшот, вот чем отличается, стоит ли приобретать, допустим, оба, если есть возможность? Все-таки здесь платье. Тут особым образом стыкуется юбка и лиф, да? Ну да, как платье, первый курс, он, его преимущество в том, что мы там рассказываем, как можно сделать платье, причем показываем мы это на юбке с принтом,
ну, с любой, на нуно-войлочной юбке, но и говорим там о том, что точно так же можно при, аналогично, можно свалять любую юбку на тех же на любом шаблоне книжки, но неважно какую, но принцип соединения с верхом можно использовать тот, который вот по платью с принтом курсе, да? В этом курсе. Вот. И если как бы вы предпочитаете какие-то вот более облегающие вещи, то, конечно... Ну и вещь с рукавом. Да, и вещь с рукавом. Вот, конечно, они перекликаются, эти курсы, но я говорю, что перекликаются мы... только тем, что и там принт. А так, в общем-то... Ну, а... Не, ну приемы одни и те же. Да, там, но мы те же самые. Те да, же края, там, та же подход к изнанке изделия. Ну, и там дается построение выкройки основы. Значит, во втором курсе дается объяснение, как смоделировать свободную вещь, ну, отталкиваясь от выкройки основы. Ну, шаблона я имею в виду, от выкройки, от шаблона основы. И, собственно говоря, если вы приобрели уже вот 2 года назад вот этот первый наш диск и работаете в течение 2 лет, вы валяете, то, наверное, может быть, и не стоит его приобретать вот по свитшоту. Но, конечно, наши какие-то маленькие, ну, мы выросли сами, конечно, у нас есть какие-то новые нюансы. Вот, тут дело уже за вами, нужен он вам или нет. Но это другая вещь, но, опять же, ну, это ну, и на другой, и другой наш уровень при всем, ну, при том. Да, наверное. Вот, поэтому но поэтому тут... мастер-классу девочки делали платья и показывали, и присылали, и хорошо у них получалось. Это мастер-класс несложный. Да, если сравнивать вот как бы все эти 3 наших диска, да, то новичку, конечно, мы бы, наверное, порекомендовали свитшот. Вот свитшот, потому что это все-таки более четкая инструкция, вот пошаговая. Да, делай так, а теперь делай так. Да, потом вот уже платье с принтом, вот, поскольку там уже нужно там немножечко включить нужно, голову, да, то есть вы можете сделать с такой юбкой, которую мы показываем в занятии, можете сделать с другой юбкой, если вы уже приобрели там... другие диски, понимаете, как работать с книжками. То есть вы там можете пристыковать и юбку солнца, и полусолнце, любую. Вот. Ну и самый сложный, наверное, это шаблон по шаблонам книжкам, потому что я бы даже сказала, что все равно для новичка он не прост, потому что все-таки там даются, ну, направления. Вы там можете развивать разные направления. Вот. Хотя мы старались как-то это донести попозже, ну, более, да, более четко и более как бы границ, в рамках каких-то держаться. Но все равно там уже очень большие возможности. И, ну, глупо было бы об этом не сказать, да, не дать эти направления. Вот. Поэтому... я думаю, что вот как бы ранжир такой. Да, и девочки, те, кто уже созрел, определился с выбором, слева от окошка трансляции есть баннер «Заказать видеокурс Наташи и Оксаны». Здесь еще раз будет подробное-подробное описание этого курса. Я вам предлагаю, здесь есть видео, мы сегодня его не вставляли в нашу трансляцию. Посмотрите, девочки рассказывают о разных вариантах, что может получиться в результате. Прямо вот здесь на страничке нажмете и посмотрите. Дальше вот то, что мы вам показывали по частям, что вошло и что показано, повторюсь, что это очень подробный мастер-класс. Вот первый мастер-класс, ну, у нас тогда еще опыта не было, и у девочек такого опыта не было с по платью, то есть он, ну, снят не столь пошагово и не столь подробно. И вот сейчас я долистаю, да, вот результат. Стоимость
4200 рублей до 8 апреля включительно. Это интернет-версия. Вы заказываете, оплачиваете и сразу получаете ссылочки себе на скачивание. Поскольку снимала это видеокурс «Школа войлока онлайн», у всех, кто купит, будет открыт доступ в закрытом разделе «Школы» на сайте, поэтому этот курс вы сможете смотреть из планшетов, из телефонов, тут будет проще, потому что курс защиты, к сожалению, это вынужденная мера, вот, войлок стал популярен, и ну, не очень честные люди начинают перепродавать наши курсы. Это вот такая, я сама не люблю, и сама как бы я противница таких мер, но ничего мы поделать с этим не можем, надо как-то защищать авторское право мастеров, поэтому вот отнеситесь к этому с пониманием, но этот курс, я повторяю, будет для вас доступен при наличии интернета вот в закрытом разделе школы. Для тех, кто уезжает на дачи на лето, кто хочет осваивать где-то за городом или просто слабый интернет, пожалуйста, у вас есть возможность заказать на флешки. Таких, на самом деле, заказов в этот шерстиваль много, и флешки мы отправляем. И во Францию сейчас у меня заказы, и одна даже в Австралию улетела. Вот, поэтому, девочки, мы стараемся сделать все, чтобы вам было удобно. Вот, соответственно, здесь ниже... О, Наташ, прости, опечатка в твоей фамилии не просмотрела, но исправлюсь. Вот скидки на видеокурсы, о которых мы сегодня разговаривали. Вот, это прежде всего вот на шаблонах книжках. Те, кто не приобретал этот курс, я тоже настоятельно рекомендую, но это уже для людей, которые пробовали валять одежду, потому что начинать с этого курса как раз вот я не рекомендую. На самом деле, девочки, очень интересная ситуация. Ко мне обращаются, что-то спрашивают, и я начинаю отговаривать. То есть, казалось бы, наша с Олей прямая обязанность рекламировать и продавать, и говорят, покупайте, покупайте. Мы наоборот советуем, мы сначала узнаем уровень, да, готов ли человек, иначе это будет разочарование. Вы купили сложный курс, ничего не смогли сделать. То есть надо пошагово, постепенно. В самом начале шерстиваля мы показывали коллекции, помнишь, когда мы с Фолдфеста и показывали мастера, который за 2 года сделала, ну, Маргарита Новикова, да, качественный скачок, фантастические работы. То есть это все возможно, но не спешите, не покупайте сразу сложные мастер-классы. Понятно, что сейчас действуют скидки еще, но вот просто не торопитесь, не торопитесь, да, да. Начните с чего-то начального. Вот проще это вот платье с принтом и вот этот сегодняшний курс свитшот. Он хорош, это такая универсальная модель, она идет всем. Вот я на самом деле хотела быть сегодня в свитшоте, но он продался сегодня как раз. Да, не успела до меня дойти. Вот, и девочки, сейчас я еще немножко расскажу, как заказать. Вот, заказываете вы, если интернет-версия, вы здесь вводите свой mail и имя, и дальше переходите на страничку заказа. Здесь масса вариантов оплаты. Просто остановлюсь, что если вы платите картой из-за рубежа, то выбираете Intellect Money. До 5000 нормально, хорошо проходят платежи. Если больше платеж вы набираете, больше курсов, то я вам разделю счет, если не проходит оплата. Карта Сбербанка. Все, здесь реквизиты указаны. Единственное, что, девочки, пишите мне, как оплатили. И эти платежи не проходят автоматически. Я должна посмотреть, что денежка зачислена, и тогда я вам подтверждаю. И администратор вам высылает эти ссылочки. Поэтому не обижайтесь, что сразу вы не получили курс, просто вы мне не об этом не сообщили. PayPal замечательно работает. Единственное, что скажу. Было у меня несколько случаев, когда оплаты PayPal не прошли. У некоторых людей не проходят оплаты PayPal на корпоративный счет. То есть счет школы у меня корпоративный, есть и личный счет. Напишите мне, я вам дам реквизиты личного счета. Интеркасса – это для Украины. Все переводы «Золотая корона», пожалуйста. Можете приехать и оплатить наличными в шкатулочку, да? Да, Оля, конечно, здесь ждут, да. Продавцы вам все подскажут, все расскажут. Тут тоже все для вас. Юридические лица, да, есть и такие, заказывают, потому что сейчас студии активно учатся. Да, курсы проходят каждый день в большом количестве, поэтому девочки здесь одновременно учатся и одновременно приобретают наши флешки. Да, и на самом деле, вот Оля уже начинала с этого нашу сегодняшнюю встречу. Очень приятно, что благодарите за качественные видеокурсы, вот, за
такой познавательный контент, который мы даем на встречах. И, конечно, мы очень благодарны мастерам, которые делятся. Сегодня Оксана с Наташей, я считаю, что много очень дали информации. Мне так особенно понравилась информация по созданию вот этой поверхности. Вот, Наташа, спасибо лично. Это от меня, как от мастера. Вот про затягивание тонкой сеточкой ярких мазков. Да, очень здорово. Вот я уже сидела и думала, уже что-то себе в голове рисовала. Спасибо. И еще ну вот отдельная моя такая благодарность и признательность нашей возрастной аудитории. У меня сегодня было несколько звонков. Ну, люди, ну уже пенсионерки, да, которые приобретают наши курсы. Я понимаю, что вам сложно скачать. Им помогают внуки, внучки. Я по телефону отвечаю. Ну, на самом деле это очень здорово, что у вас есть желание учиться, что у вас такая, ну, тяга к знаниям, что вы осваиваете интернет. Да, я помогаю, я учу с Фейсбуком общаться. Вот, мне одна дама написала, мне уже за 70, но мне так хочется. Вот я очень благодарна за вашу такую жажду жизни, да, вот я тоже смотрю, вот у меня мама, да, она тоже освоила Facebook, и все прекрасно, поэтому не бойтесь, если вы, ну, не бойтесь покупать, заказывать эти курсы. Ну, если внуки не помогут, то мы вам поможем. Если там какой-то курс защиты не открывается, пишите, мы найдем для вас решение. Поэтому очень признательна, мне очень приятно, что вы занимаетесь валянием, что вы занимаетесь рукоделием, что вы одеваете свою семью, что вы делаете вещи для своих внуков. Это очень здорово. Вот. А мне очень хочется рассказать про сегодняшний случай у нас в студии. Пришел мужчина, покупал шелковые квадраты. И мне было так интересно, я спросила, вот у вас задание такое, да, задание от супруги. Я говорю, интересно, а что валяет-то? Потому что он купил только квадраты. Он говорит, она валяет для... А кто ее клиенты? Он говорит, мы мужчины. Я говорю, а вы мужчины, это кто? Он говорит, я муж, ребенок, еще племянник. Я так удивилась, говорю, а сколько ж племянник? Он студент. Я говорю, что понравилась работа, то есть что она ему сваляла? Свитер. Всю зиму отходил, с 3D-элементами сваляла супруга свитер. И молодой человек очень доволен и очень гордится этой работой. То есть это очень приятная такая оценка, что молодой парень, студент, оценил работу своей тети и с удовольствием носит такие вещи. Вот, спасибо большое и девушке, которая валяет, и этому парню, который носит. И нам очень приятно, что приходят такие люди и одевают своих мужчин в всякие красивые красоты. Нам Елена пишет, мы пенсионеры, тоже же люди. Да, и мы очень рады, что вот у вас такая тяга, что вам нравится валяние, что вы готовы бороться с трудностями интернета, но вот тоже создавать и творить красоту. Так что спасибо вам. Огромное спасибо, да. Минуточку еще хочу сказать, что про группу поддержки еще скажи, пожалуйста. Да, я забыла сказать. Вот несколько моментов. То, что, девочки, у вас, у нас, у Оксаны Ткаченко и Наташи Кондрашовой в Фейсбуке есть группа поддержки. Все, кто покупает курсы девочек, добавляются туда. Девочки внимательно смотрят за вопросами и отвечают, и помогают вам. Ну, соответственно, и на вопросы вы можете и личную почту написать, если что-то не получается. Но вот такое общение в группе, оно, ну, когда вы видите работы там своих коллег, у вас вопрос еще не возник, а кто-то уже спросил и на него ответил. Да, она очень результативна. Да, девочки? Да, мы с удовольствием отвечаем. Мы, да, и сами обсуждаем, мы следим, и учимся на примерах других. Так что это очень полезно. Да, поэтому кто приобретает курс, добавляется в группу. Если, ну, я ссылочку на эту группу дам. И еще вопрос был, где приобрести, как приобрести те курсы, которые были в другие дни шерстеваля. Девочки, у вас вот на сайте шерстеваля есть видеозаписи вкладочка. Вот перейдите туда,
и там собраны все, во-первых, видеозаписи, которые были, и у каждой, рядом с каждым окошечком есть баннер, да, соответственного курса. Допустим, Светы Вронской и Алены Селезневой, рядышком с окошечком трансляции Алены, вы нажимаете и переходите на предложения по курсам. Я специально сделаю сводную такую табличку, ну, в рассылочке вам отправлю, чтобы вы смогли выбрать, потому что я знаю, что, конечно, мы вас... Ну, такой мы выбор предложили мастеров и курсов, что глаза разбегаются. Да, Оксана? Оксана сама мне говорит, я сейчас слежу, вот что ты мне сказала, можешь повторить? Мне Оля Казанская нужна. Да, она говорит, я вот смотрю и отмечаю, какие курсы мне нужны. Ну вот я, говорит, подожду сейчас, вдруг еще что-то мне надо. Я знаю, что многие так следят и ждут, что будет еще интересное, потому что, конечно, особенно кто на флешке заказывает каждый день с отправкой куда-то, это не очень удобно. Поэтому я сделаю сводную такую табличку, и 7 числа у вас все будет это на почте. И напоминаю, что 7 числа у нас будет розыгрыш. И, девочки, расскажите, пожалуйста, что вы предлагаете на розыгрыш среди тех, кто приобретет ваш видеокурс. Какие же от вас подарки? Да. По митингам. Ударим по митингам, да. Как раз мы сегодня говорили про войлочные бои в Санкт-Петербурге, и мы делали платье, и в образ входили у нас еще длинные митинги. Мы на них показывали как раз раскладку этого... Градиент, как раскладывать градиент вискозный. Вот. Но поскольку у нас одни были уже домашней заготовкой митинги, а вторые были, мы делали прямо на войлочных боях. Вот. И поскольку образ у нас был продан, а вот эти митинги остались, у них как-то, вот мы хотим их подарить. Разыграть, да, кому они достанутся. Ну и для комплекта еще одни. То есть у нас будет два приза. И пары митинги. Кому-то достанутся эти митинги, заодно пощупайте, попробуйте, какой вылок у девочек. И еще раз, девочки, про группу, которая группа поддержки. Группа относится только к тем, кто приобретает видеокурсы. Те, кто был на очных МК, у них тоже предложение, те, кто приходит на МК, они получают возможность приобрести курсы с хорошей скидкой. Они, как правило, приобретают. Соответственно, тоже тогда можете добавляться в группу. То есть на тех, кто был на очных МК, вот приглашение в группу не распространяется. Это вот у нас такая только для тех, кто покупал видеокурсы, кто пытается разобраться, у кого не получается. Потому что те, кто был на очных МК, имели возможность спросить, пощупать, вы все это трогали. У этих девочек ситуация сложнее. Ну, поэтому... Кто-то в чате спрашивал по поводу, кто раньше приобрел видеокурсы. Я думаю, что их же тоже можно добавить. Да, и конечно. Вы просто, те, кто раньше приобретал курсы, но не в группе, напишите мне, пожалуйста, можете... Ну, самое простое — на Фейсбуке мне в личку. Если нет, то на почту, в любой... ответ на любое письмо вот из рассылочки. Обязательно укажите, с какого мейла был сделан заказ, чтобы я проверила, что вы действительно покупали этот курс, и тогда вас добавлю в группу. Вот такие условия. Ну и у нас уже 7 число не за горами. Да. Те, кто хочет поучаствовать в розыгрыше, милости просим. Курсов у нас интересных много. Мы постарались, как организаторы, сделать все возможное, чтобы цена была... Ну, приемлемая, да, разумная, да. И войлок стал, ну, более доступный, хотя бы теоретически. Понятно, что там еще материалы нужны и много всего-всего. Вот, но на самом деле на свитшот, ну, палантин, наверное, да, вот цена по цене немножко будет кусаться, а там ну, да, 80 да, грамм шерсти и 120 грамм вискозы – это совсем недорого. Это ну, недорогой расходный большие, да. материал. Можно же и в закромах найти какой-нибудь шелк. Можно же в закромах найти какой-нибудь шелк, который лежит 100 лет, шифон. Бабушкины платья, например, все в дело. Да, можно что-нибудь перекроить ненужное. Да. Попробовать, тоже хорошая идея. Да, ну, девочки, благодарят в чате. Да. Спасибо большое, да, масса полезной информации. Девочки, мы благодарим, девочки, аудитория, да. Девочки, да. Мальчики, юноши. У нас есть юноши, да. Поэтому мы благодарим всех, да. кто был сегодня с нами. Оксана, Наташа, вам низкий поклон за щедрость, которую вы сегодня нам предоставили нашим зрителям. Я тут в какой-то момент видела
сообщение по поводу того, что если войлок тонкий, как он носится, не вытягивается ли на интересных местах. На интересных местах. Так вот, я вам хочу сказать, что я являюсь обладателем юбки. Интересных мест тоже. У меня есть юбка, которую я уже ношу 3-й год, если не ошибаюсь. И она в прекрасном, идеальном состоянии. Более того, я ее ношу даже как верхняя одежда поверх какой-то там джинсов или платья. И ничего с ней не произошло за это время. Более того, у меня есть платье из мастер-класса с принтом. И это платье, конечно же, впечатляет окружающих, особенно тех, которые не знают, что такое валяние. И как это нарисовано, как да, это сделано. Я этим страшно горжусь и всегда там с удовольствием рассказываю, а что же это. Поэтому платья тоже у меня живы, в прекрасном состоянии. Я их уже несколько раз стирала, и ничего с ними не происходит. Они не перекашиваются, не портятся. Да, не... Оля, я хочу сказать... Что-то как-то у нас, может, не акцентировала на это внимание, что у девочек платье с принтом, ну, действительно, вот это как картина, у Наташи даже картина маслом. А есть способ валяния, который не дает, вот девочки так валяют, пробиться шерстки. То есть это не вот такой традиционный нуновойлок, когда припорошено все шерсткой. Да, рисунок получается прям как нарисованный, и поэтому возможно, мы, где возможно прижимали, везде спрашивали, как это сделано, как это сделано. У всех возникает вопрос. Но вот этому надо учиться. Девчонки долго к этому шли, и сейчас у них работы, конечно, ах просто. Ну и мы в этих работах тоже, наверное. Ну, да. Девочки в чат, кто позже пришел, они не видели Оксанин показ. Мы сегодня в работах Оксаны Ткаченко. В полный рост нам не даст встать камеры у нас, ну, ну, мы были вот такой формат, да. Мы уже только там половинкой. Посмотрите, пожалуйста, показ там в этих платьях девушки на Фелдфесте очень красиво дефилируют. Посмотрите, вот как на графическом эти музее. Да, платья. Вот Оля, ее, конечно, девочки, тебя надо стоя выступать. Но вот. Да, королева. Да. Королева. Да, мы сегодня решили тут вас повеселить. И, ну и себя тоже. Ну и себя тоже, да. И поэтому наделись по-королевски. Да. Да, но просто платье, оно, конечно, его нужно смотреть в полный рост. Там же еще градиент по цвету, и низ более темный, чем верх, и Оля просто королева. Поэтому спасибо. Надо ее фотографировать, наверное. Спасибо большое. Спасибо, Оксана, Наташа. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. И встречаемся завтра. С кем мы встречаемся завтра? Завтра мы встречаемся с Марией Ивановой. Мармаруни. Мармаруни, да. Девушка, которая делает великолепные ботфорты и другую войлочную обувь. И это Маша... у меня даже ботфорты, да, это элегантные сапожки высокие. Да. Это вот не валеночки, это вот нечто бесподобное. Ну и сама Маша, опять-таки, да, то есть все мастера, которые принимают участие в нашем фестивале, они, знаете, они как-то пропущены вот через себя и через изнутри, то есть они настолько близки, и вот не устану повторять, что я их всех трепетно и нежно люблю, и вот Маша Иванова, она мама, она прекрасная она девушка, красавица, обаятельная. Да. У нее 3 детей, и при этом она довольно такой хрупкой комплекции и валяет такие изысканные сапожки, что когда она впервые появилась у нас в шкатулочке, ну, знаете, такое несоответствие хрупкой, красивой девушки и валеным вручным сапожками. Но они были великолепны. Ну и самое главное, что у девочек, кто приходил на мастер-класс, да, есть колоссальные результаты. Однажды у нас была в студии ученица на другом уже мастер-классе, и, конечно, ее сапоги цвета фуксии, они ну, неизбежно привлекали внимание. И настолько это было ярко и красиво, что я даже где-то в соцсетях выкладывала фотографии. Да, Оля попросила разрешения сфотографировать, потому что девушка, ну, сногсшибательно выглядела в этих сапогах. Да. Поэтому завтра вас ждет встреча с этим мастером. Будет и такой подробный рассказ о работе с кожей. Ну вот первые шаги, кто делает, кожа очень украшает, конечно, дружит с войлоком. Посмотрите. Ну и вот презентация будет видеокурса по элегантным вот этим сапожкам. Так что готовьтесь.
Готовьтесь к завтрашнему дню. Да, конечно, выбор у вас колоссальный. Вы можете действительно, благодаря этому шерстивалю, одеться в красивые вещи, да, и даже обуться. Поэтому, наверное, вам трудно сделать выбор. Но мы вам поможем. Да, ну и пока еще не торопитесь. И вот Маша будет выступать, и еще Катя у нас будет выступать в эфире. Поэтому подождите. Да. Мы, говорит, смотрим как сериал каждый вечер. Наш сериал продолжается, так что у нас еще впереди 3 серии. Ну и мы с вами прощаемся до завтрашнего вечера в 20:00 на том же месте, в тот же час. Ну и любите войлок так, как любим его мы. Да. И спасибо вам огромное за внимание. До завтра. Ждем вас завтра с нетерпением. До свидания. Всего доброго. Пока-пока.